Коллеги, рад всех приветствовать. Поставьте, пожалуйста, плюсы в вопросы и ответы, если меня видно и слышно. Должно быть видно и слышно. Есть, супер, вижу. Так, ура, мы начинаем. Меня зовут Дмитрий Романов. У нас с вами вебинар по нейронным сетям. Давно мы не проводили прям вебинары с кодом. У меня для вас сегодня будет новое. Мы с вами сегодня изучим, что такое вообще нейронные сети, как выглядит эта профессия, посмотрим примеры нейронок, и мы с вами прям живую свою нейронку напишем. По времени ориентируйтесь примерно на 2 часа. Но этот вебинар прям с нейронками у меня бывало шел даже дольше. Так, что еще вам добавить? Да, в принципе, все. Вопросы задавайте в разделе «Вопросы и ответы». Чат закрыт, то есть пишите именно в «Вопросы и ответы». Я буду видеть ваши вопросы и отвечать. Чужие вопросы вы не будете видеть, они будут появляться из ниоткуда. Что еще? Да, в принципе, все. Нет. План. Вначале будет 3-5 минут буквально рассказ обо мне и о нашем университете, чтобы вы представляли, кто мы, что мы, кто я и так далее. Дальше после этого будет много-много-много-много контента. И после этого в конце будет прям презентация нашего обучения, потому что большинство из вас рассматривают вариант учиться у нас, большинство. Поэтому это будет, но это будет прямо в конце, то есть чтобы было честно. А в середине много-много контента. Тем, у кого нет опыта программирования, да, без проблем, у нас подавляющее большинство студентов это вообще не программисты. Сейчас, коллеги, одну секунду, я к вам вернусь и начнем. Так, ну что ж, давайте начинать. Итак, презентация. Коротко обо мне и о нашем университете. На чем программировать будем? На питоне. Обо мне. Я сам разработчик. То есть я основатель университета, я сейчас руковожу всем университетом. Я сам разработчик в этой сфере очень давно, мне было 18 лет, это был 2003 год. Я увлекся нейронками, и до сих пор я ими увлечен, и они меня не отпускают. То есть я уже 17 лет в этой теме, в разработке. Я много руководил IT-проектами, ну то есть я был разработчиком, просто C-Sharp. Я был разработчиком в крупной международной компании, много руководил IT-проектами, там и HR-порталами, и учебными платформами, и CRM-ками, и сайтами, чем только не руководил. Второе, я... много было в образовании. То есть я с 14 лет работал репетитором математики и физики, потом я был генеральным крупнейшего России тренингового центра, проректором и совладельцем крупного коммерческого университета. И, собственно, пересечение этих двух так, моих компетенций и увлечений я и создал университет искусственного интеллекта. Теперь, если говорить про нас. Мы крупные. Если говорить про искусственный интеллект, мы крупнейшие в России, в СНГ, наголову крупнейшие. То есть никого крупнее нас нету. Почему? Потому что мы единственные, кто только про искусственный интеллект. То есть есть куча IT-школ, которые преподают искусственный интеллект, но они преподают и Java, и C-Sharp, и PHP, и дизайн, и маркетинг, и управление проектами, и все подряд. И в том числе искусственный интеллект. Поэтому, сейчас я обожаю эти вопросы, прямой эфир или запись, это запись, какое сегодня число, 13 октября 2022 года. 14 октября 2020 года, мне подсказывают. Но это запись. Случайно так совпало, что этот ответ. На самом деле, куча компаний ведет в записи. Мы ценностно не ведем записи. Я владелец компании, но я веду для вас вживую вебинары. Мы пару раз запустили автовебинары, оплевались. Это не то, как мы хотим уровень сервиса какой делать. Хорошо. Куча школ преподает искусственный интеллект, потому что он дико сейчас популярен. Это профессия номер один в США и в Китае. Но мы единственные, кто занимается только им. Мы единственные, у кого собственные компании, разработчик. Мы единственные, кто вот живет искусственным интеллектом. У нас и свои стартапы, и аутсорс-проекты, и чего только нету. Поэтому, как следствие, мы впереди всей планеты русскоязычной по искусственному интеллекту. Как минимум, у нас огромная команда. То есть мы, в принципе, из IT-школ крупные, 75 человек. И это все в одну тему. И... У нас 13 разработчиков в штате, ни у кого такого нету. Обычно преподаватели в IT-школах, они работают где-то на работе, а по вечерам, выходным преподают.
а у нас 13 человек на зарплате на 7 дней в неделю, прям нон-стоп. За счет этого мы, во-первых, гораздо глубже в компетенции, во-вторых, у нас круглосуточные ответы, потому что у нас есть один разраб специально в США и один во Владивостоке, то есть мы даем нон-стоп поддержку, и мы мгновенно проверяем домашки, мы готовы давать вам онлайн консультации и так далее. То есть мы в этом смысле впереди явно, ни у кого такого нет ресурса. Как следствие, у нас огромная база контента, 15 курсов, 300 с лишним занятий, то есть если вы захотите проходить их в нормальной скорости одно в неделю, у вас уйдет 6 лет, и мы за это время наплодим гораздо больше. Как следствие, у нас 75 крутых кейсов, это кейсы, которые сделали наши выпускники, часть из них я вам сегодня расскажу и даже какие-то покажу вживую, 75 штук. Если вы спросите кого-то из других компаний на рынке, они скажут, ну да, у нас есть там 2-3 нейронки, вот написали наши выпускники, у нас их 75. Вопрос, как же великий Яндекс? Яндекс крутаны, они клевая компания, у них есть школа анализа данных, но туда берут физтеховцев, межнаров, типа такого, и обучают себе сотрудников, и там надо офигенно знать математику, там не про практику, не про то, как прийти из будучи там дизайнером и научиться применять нейронки, мы от них специально отнишевались. Ну и по сравнению с нами в масштабах школа анализа данных Яндекса, она прям малюсенькая. Ну, скажем так, туда имеет смысл, возможно, пойти, если вы там будете уже типа крутаном, хотите топ-сеньором стать, можно. Дальше. У нас гослицензия, мы выдаем прям дипломы установленного образца. А, ну, кстати, нет, сейчас, еще раз, если говорить про Яндекс и про кого-либо другого, сервисы скорости ответов, как у нас, никто вам не даст. Дальше. У нас лицензия, мы даем дипломы полноценные установленного образца профессиональной переподготовки. У нас есть 3 свои стартапа, это квадрокоптеры с автопилотом, это медицинские нейронки и это нейрокомпьютерные интерфейсы, это чтение мыслей через энцефалограмму, через энцефалографы. Моя любимая тема, я первый такой в России сделал в 2007-2008 году. И мы сейчас уже влезаем в тему аутсорса. То есть мы сейчас берем аутсорс проекты на заказ, но у нас это очень отличает от других IT-школ. Мы сапожник с сапогами. И мы, кстати, нанимаем наши стартапы только наших выпускников. Врачи работают у нас? Нет, врачи не работают. К счастью, в нейронках не нужно знание предметной области. Чтобы делать медицинскую нейронку, не нужны врачи. Нужны хорошие нейрончики. Последняя у нас компания в США. Мы сейчас набираем первый наш американский курс. Это тоже нас отличает. Никто из российских IT-школ не лезет на американский рынок. Мы вот первые, кто уже лезет туда. После него пойдем на китайский и индийский. Думаете по поводу врачей? Я не думаю, я знаю. Я 18 лет в этой теме, поверьте. Я пишу медицинские нейронки, и мне не надо знать медицину для этого. И это как раз супер классное отличие этой темы искусственного интеллекта от других профессий. То есть вы можете влезать в любую тему и делать там успешные нейронки, и вам не нужна экспертность в этой области. Все, как и обещал, коротко про нас, про наш университет. И пойдемте к контенту. Теперь будет много-много-много контента. Смотрите, давайте определимся с искусственным интеллектом. Сейчас, давайте я... Почему университет как раз не универсум, а не универсальный набор знаний, а именно очень конкретная специализация? Ну, а почему есть конкретный медицинский университет, а не университет, как было еще там во времена Пифагора, когда там учили всему? Но искусственный интеллект, в рамках искусственного интеллекта миллион специализаций. Компьютерное зрение, NLP, это Natural Language Processing, временные ряды, генеративные сети, аудиоинтеграция в продакшн, и у нас все это есть. Поэтому если вы возьмете какой-нибудь педагогический университет, там разбираются все темы педагогики. У нас университет искусственного интеллекта. Просто со стороны кажется, что у него искусственный интеллект – это типа одна тема, ну что, ну вот искусственный интеллект. А там на самом деле подразделений в нем огромное количество, и мы их все проходим. Поэтому искусственный интеллект. Грубо говоря, если говорить про факультеты, это факультет компьютерного зрения, факультет обработки текстов, факультет генеративных моделей и так далее. Факультет машинного обучения классического. Собственно, вот. Иначе такой же вопрос можно задать педагогическим университетам или любым другим. Хорошо. Давайте разбираться с искусственным интеллектом. Что такое искусственный интеллект? Первое. Есть понятие сильный искусственный интеллект. Это живое существо, самосознающее, умеющее ставить себе цели и так далее. И 80-го левела это Skynet, который поработит человечество. До этого далеко. До этого лет 30 это как минимум. То есть прям
Очень далеко. Никто в эту сторону пока вообще не копает. Ну, никто из крупных компаний уж точно. Дальше. Есть слабый искусственный интеллект. Пусть вас не пугает термин, но это прикладные программы. То есть это прикладные программы, которые решают конкретную задачу. Например, распознавание речи, распознавание лиц людей, автопилот Теслы, нейронка, которая предсказывает стоимость квартир или стоимость машин по объявлению и так далее. Нейронка, у нас дипломник один сделан недавно, который определяет, насколько чистое у вас произношение по-английскому, например. То есть это конкретные прикладные программы, которые решают одну задачу. И они не... Ну, если вот про живое существо сильный искусственный интеллект, он может все, как и человек. То есть мы с вами можем и речь распознавать, и тексты читать, и нарисовать что-нибудь, и машину водить, и все что угодно. А здесь одна программа решает одну задачу. То есть нейронка, которая распознает лица, не умеет распознавать речь. А которая распознает речь, не умеет водить автомобиль и так далее. Второе. А для чего вообще нужен искусственный интеллект? Ну, то есть же куча софта, который решает миллион задач. Что такого особенного, что искусственный интеллект выделяется в одну область? Смотрите, что в нем особенного. Давайте разберем понятие интеллектуальные задачи. Искусственный интеллект решает интеллектуальные задачи. Что такое неинтеллектуальная задача? Неинтеллектуальная задача – это задача, которая строго детерминируется. То есть это задача такая, где все идет по шагам. Давайте представим, что вы сейчас меня видите на видео. Как это происходит? Видео записывается у вас на компьютере. Потом оно преобразуется всякими вивлет-преобразованиями в... готовый код. То есть вот вы видите видюшку, и оно превращается в вивлет и сжимается. После этого оно раскусывается на маленькие такие TCP-IP пакеты и попадает на ваш роутер. То есть оно вот так приходит и попадает на ваш роутер. От вашего роутера оно летит по куче других роутеров в Китай, США, Канаду и так далее, и прилетает оно прилетает здесь на мой роутер и прилетает вот так, маршрутизируется по куче вариантов, по разным путям, вот так, и попадает на ваш роутер. На вашем роутере она также разбирается на TCP-IP пакеты, и из них собирается в это вивлет закодированный вариант, ну типа MP4. То есть вот оно приходит, и вуаля, есть MP4 сжатый. И финально оно преобразуется обратным преобразованием вивлет, преобразуется в видео у вас на компьютере. И вуаля, вы видите меня на экране. Это огромный процесс. Он очень сложный. Человечество наплодило миллион крутейших технологий, просто миллион за последние столетия, чтобы это могло случиться. Но он строго детерминирован. Смотрите, шаг 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Вуаля, вы видите меня на экране. Это детерминированная задача. Это не интеллектуальная задача. А что такое интеллектуальные задачи? Ну, давайте посмотрим. Давайте я перенесусь немножечко в будущее, вперед. В те нейронки, которые мы с вами посмотрим. Например, определить по фотке кошка или собака, когда вы знаете попиксельные значения. Практически невозможно сделать детерминированный алгоритм, который скажет, что... Окей, если вот здесь пиксель серый, значит, это собака, а если вот здесь темно-серый, значит, это кошка, если вот здесь пиксель оранжевый, это кошка, а если здесь пиксель рыжий, то это собака. Но не работает так. Нельзя прям взять и строго какой-то детерминированный вариант придумать для определения. Или, например, определение стоимости квартиры. Вот у вас объявление. Однокомнатная квартира, 35 метров, Ресанский проспект, 3 минуты на транспорте от метро, 26 этаж 30-этажного дома. И вот объявление. Продается однокомнатная квартира площадью. Попробуйте придумать четкий, жесткий алгоритм, который позволит из этого собрать стоимость квартир. Это нереально. Именно поэтому возникает вопрос решения интеллектуальных задач. Это интеллектуальные задачи. У них нету по шагам. Раз, два, три и готово. Именно для них и нужен искусственный интеллект. То есть это, ну, сейчас я буду синонимы говорить искусственный интеллект, нейронные сети, потому что нейронные сети это такой, ну, самый доминирующий вариант создания искусственного интеллекта. То есть для этого нужны нейронки, которые сами обучаются, подстраиваются под задачу и научаются решать даже сложную интеллектуальную задачу. Так, давайте поотвечаю на пару вопросов. 204 человека, красота, будет много интересных вопросов. Отвечаю на пару вопросов, пойдем дальше. А когда будет возможность, уточните, пожалуйста, каким образом возможно успешно реализовать нейронки без экспертного знания в специальной области? Там собирается база. Ну, например,
Если вы хотите сделать нейронку, которая определяет, вот мы такую делали, пневмонию по рентгену, что вам нужно? Вам нужна большая база, вам нужно там 20 тысяч фоток, вот фотка рентген, и вот информация, этот здоров, а этот болен, а этот здоров, а этот болен, а этот здоров, а этот болен и этот болен. И вам надо уметь качественно обучить, собрать нейронную сетку и обучить, закинуть в нее эти фотки, сказать, нейронка, научись, пожалуйста, вот эти 12 тысяч это здоровые, а вот эти 8 тысяч рентгенов это больные, научись отличать. И она научится. А то, с чем вам надо будет работать, это всякие графики обучения, нет ли там переобучения на тестовые выборки, как собрать архитектуру сети, делать ли там какую-нибудь UNET-подобную сетку или PSPNet-подобную, какие ей оптимизаторы выбрать и так далее. Вы работаете в этой плоскости. Но вам, вы можете своими глазами вообще в жизни не отличить, чем отличается вот это вот рентген от этого. Более того, там могут быть какие-нибудь вообще данные непонятные вам, закодированные в Excel-ке медицинские, и вы вообще не знаете, что это за данные. Мы один раз сделали нейронку, мы даже не знали, что это за данные. Но мы обучили ее распознавать. И успешно. Я один раз делал пилотник по определению типа сельского хозяйства, по динамике его цветения. Я понятия не имею, что такое цветение свеклы, моркови и картошки. Ну, я не очень в этом понимаю. Как измеряется это цветение? Но мне дали данные, я сходу уже выдал 92% точности распознавания, что за культура, на маленькой тестовой выборке за полтора часа пилотники. Поэтому не нужно уметь. Это кайф нейронных сетей. Сколько будет длиться курс? Основное обучение у нас 9 месяцев. Но вообще на вопросы про курс я буду в конце отвечать. То есть нейронная сеть – это не искусственный интеллект. Нейронная сеть – это способ реализации искусственного интеллекта. Нейронная сеть относится к искусственному интеллекту, так же, как машина относится к транспорту. То есть есть транспорт, а есть машина. Машина – это такие один из центральных видов транспорта. После того, как нейронная сеть обучилась, это стал детерминированный алгоритм? Да, но очень скрытый от нас. Это хороший вопрос, интересный. Он стал детерминированный, но черный ящик. Какие еще есть AI, кроме нейронок? Кроме нейронок, способы реализации AI есть классическое машинное обучение. Классическое машинное обучение. Но он реже и реализуется. То есть почти всегда AI делается сейчас на нейронках. Какая задача на данный момент самая сложная для искусственного интеллекта? Понимание смысла в содержании текстов. Именно смыслового содержания. Так. Какие подходы еще, кроме нейронок? Есть классическое машинное обучение. Ну, там саппорт вектор машин всякие, деревья решений, метод наименьших квадратов и так далее. Но сейчас нейронки, побеждают их. С помощью нейронок мы узнаем что-то, но познаем ли мы? Мы не узнаем и не познаем. Нейронка сама обучается, решает. Вы взяли живое существо и обучили его решать задачу. Но сами вы не научились и не поняли ее. Нейронки в этом смысле не подходят для науки. Формальная аналитика Big Data, как я понял, спасибо. Что вы имеете в виду под формальной аналитикой Big Data? В смысле, как конкуренция нейронкам? В целом, да. Какие подходы, кроме ответил? Это разные вещи. Вот это разве не нейронка? Разные вещи про что? Про саппорт вектор машин? Нет, это не нейронка. И метод наименьших квадратов, и эти там. Адабуст и деревья решений. Это как раз противоположные нейронки. Ну, другой противоположный подход. Нейронки их побеждают. Может в перспективе появиться какой-то софт, который оставит нейрончиков без работы. Условная тильда для искусственного интеллекта. Точно появится такой софт, мы сами сейчас копаем в эту плоскость. Тильда упрощение искусственного интеллекта и спор нейронки для домохозяек появится. Но без работы нейрончиков не оставит, так же, как сейчас разработчики не остались сайтов без работы при появлении тильды. Просто банальные, простейшие задачи перенеслись на готовые решения. Сложные задачи решают разрабы. Так, давайте еще пару вопросов, и я пойду дальше. Придет ли время и заменит все профессии? За 30 лет считается, что заменит 70%. Все профессии не заменят точно. Так же, как появление станков, поездов не заменило все профессии. Вопрос. Практикуете ли вы совместное использование технологий нейронных сетей, экспертных систем в рамках одного проекта? С экспертными системами я крайне редко видел. Ну, они прям достаточно сильно уже подустарели. А вот с классическим машинным обучением, да, периодически. Чтобы и научился сам играть в игры, это какой? Обучение с подкреплением. У нас есть это в обучении. Мы на OpenAI Gym, компании Elon Musk, OpenAI, обучаем на компьютерных игрушках играть в игры. Reinforcement learning. Вопрос. Можно ли обучить создавать инновации? Если вы про инновации в бизнесе, пока нет. Это далеко для нейронок. Если рисовать картины, писать музыку, нет проблем. Какие языки программирования используются при этом? Все на Python, все на Python, потому что под ним самые крутые библиотеки.
которые пишет Google, а интегрируется потом, ну, легко в любые другие системы. Сколько времени нужно, чтобы научить делать нейросети? У нас обучаются полностью с нуля за 9 месяцев до трудоустройства. С полного нуля. Вообще, в целом, первые результаты, если вы никогда не программировали, через 3 месяца вы будете уже уверены писать нейронки. Если программировали, то через месяц-полтора. Все, коллеги, отключаюсь от вопросов, иду по презентации, потому что сделаю блок вопросов. Хорошо, примеры нейронок, что они делают, ну, прям я отобрал такие, которые самые с красивыми картинками, визуально понятные. Автопилот Теслы, то есть это нейронка, которая позволяет управлять машиной, причем аварийность у них даже ниже. То есть она вот умеет обнаруживать вот так машины, вот она видит машину, вот она видит кусок этой машины и так далее. Вот он. Есть нейронки, которые, например, умеют вот так обнаруживать объекты, типа вот грузовик, велосипед, велосипедист, там, светофор, вот это обнаруживать. Есть нейронка, которая умеет, например, по 360 градусов фотки собрать 3D-модель. Есть нейронки, которые умеют генерить лица. Вот эти все лица, они созданы с нуля нейронной сетью, таких людей не существует. И сейчас можно сделать так, что типа создай мне, пожалуйста, китайца 50 лет в очках темноволосого. Или, например, можно дорисовывать. То есть взяли Куценко, вот так правда, реально стерли, дорисовали красно-черные, и у него появились волосы. Короче, нейронки умеют кучу всего сейчас в разных сферах. Вот, например, они умеют перерисовывать с зимы на лето. Давайте, кстати, чтобы вы представляли более живо, что они делают. Вот наш HR-портал. Сейчас я покажу вам реальные проекты, ну, куда подбирают разрабов. Это наш собственный HR-портал, у нас свой HR-портал HR-агентство. Единственный такой в России, это моя гордость. Вообще, мы всех конкурентов позвонили. Только одна компания, кроме нас, дает по договору гарантию трудоустройства, но они трудоустраивают, типа там Яндекс, Mail, вот такие компании, Сбер. А у нас свой собственный HR-портал, огромный. На HeadHunter 300 вакансий, у нас 180. И смотрите, какой перевес. Сколько? 180 вакансий, 53 разработчика. Давайте посмотрим, какие темы сейчас превалируют. Ну вот компьютерное зрение, очень много ищут вакансий. Временные ряды, это сейчас реальная выгрузка с HR-портала, то есть это релевантные живые данные. А тексты, обработка аудио. У нас, кстати, куча удаленных вакансий. 110, а на HeadHunter их всего 11. Давайте посмотрим вакансии. Ну, например, Big Data в области tech. Детская голосовая раскраска. То есть там хотят сделать проект такой, где ребенок смотрит на картинку, говорит, типа, кузов синим, колеса оранжевым, и она раскрашивает. Фармаданные, анализ фармацевтических данных. Генеративная музыка, создание генеративной сетки, которая будет писать музыку. Управление автомобилем, прогнозирование заболеваний по фото, торговый советник, это трейдинг, это психологи, типирование психологическое делать, генерация электрических цепей, брак на производстве, эффективность рекламных акций. Ну, давайте вот еще прикольный проект, который мне нравится. Разработка системы, которая автоматом расставляет светильники по фотке объекта. То есть ей скармливают фотку, она говорит, вот здесь, 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 здесь светильники поставьте, и будет красиво. Там внешне или внутри помещения. Ну, кстати, вот 300 тысяч вакансий. Это уже для прошников, конечно, для программистов, которые выпускаются, но вот оно такое есть. Вот где применяются вживую нейронки, сейчас они мега востребованы, кучу бизнесов их хочет, ну, еще раз, ну, у нас дико не хватает сейчас разрабов для трудоустройства. 180 вакансий, 53 разраба. Нам для своих-то нужд не хватает. Мы к себе хантим самых наших лучших выпускников, и нам не хватает. Так, давайте разбираться, что такое Data Science, нейронные сети и так далее. Есть Data Science. Что такое Data Science? Это большое широкое название всей работы с данными. Оно делится на две части. Это аналитика, то есть это вообще Data Scientist, это модное название аналитика. Это модный современный аналитик, который вооружен некоторыми навыками машинного обучения и может их применить. А есть именно машинное обучение, это когда вы пишете искусственный интеллект, автопилоты Теслы, распознавание заболеваний и так далее. Вот мы больше про это. На рынке больше обучают аналитики. Ну, Data Science именно аналитика. У нас вы тоже это узнаете, но мы больше именно про эту историю, потому что она более фантастическая, более крутая, здесь больше платят. И лет через 5 она будет доминировать уже над аналитикой. Дальше. Если говорить про машинное обучение, раньше, до 2000 года, ну, когда я еще начал, 2003, было больше всего классического машинного обучения, это такая математика. Там надо было круто знать математику, всякие методы меньших квадратов, метод опорных векторов, деревья решений и так далее. И только-только появлялись в практике нейронные сети.
Ну, вот я когда был там 2003-2004 год, мне было без разницы написать там метод на имеющий квадратов или нейронную сеть. Но сейчас нейронные сети уже побеждают. На самом деле на этой картинке просто места не хватило слова классическое сюда писать. На самом деле они занимают уже большую часть всего, что есть. Ну, то есть, если говорить про искусственный интеллект, это не то, что я хотел нарисовать. Они занимают... Зум, ты неудобен. Прям вот, вот столько вот примерно. То есть подавляют вообще классическое машинное обучение, и их становится все больше. Соответственно, если говорить про еще про машинное обучение, есть простые задачки. Простые задачки — это типа распознать стоимость квартиры или машины, там, распознать рукописную цифру, простенькие фотки, классифицировать простенький текст, типа отзыв о фильме, он позитивный или негативный. И его можно делать и с помощью нейронных сетей, и с помощью классических алгоритмов. Но если говорить про крутые глубокие задачи, там, например, автопилоты Теслы, например, распознавание речи, окей, Google, например, там, Facebook сделал недавно нейронку, которая по фотке блюда, по фотке еды определяет, как оно приготовлено, не только какие там ингредиенты, а что сколько варилось, что сколько жарилось, как оно смешивалось, что делалось в блендере и так далее. Прям пишет рецепт. И все вот генеративки, которые там перерисовывают зимы на лето, видео с регистратора. Это все глубокое обучение. Оно делается только нейронками, и все технологии идут сейчас в эту плоскость. Поэтому мы обучаем именно нейронкам, не чистому Data Science аналитике. Мы его тоже даем, вы у нас тоже будете знать, но мы делаем упор на самое передовое. Прям на самое. И притаскиваем для вас проекты актуальные, потому что реально на HeadHunter. Ну, давайте сейчас я покажу, чтобы вы представляли рынок. HeadHunter открываем. Data Scientist. Выбираем по Москве. Ну, вот смотрите, 292 вакансии. Для сравнения, у нас 180. Мы уже больше половины HeadHunter. А теперь самый кайф. Удаленная работа. 12. А у нас 69 плюс 41. Оба варианта. В офис или удаленка, если компания так и так готова, и только удаленка. А у нас 110. И проектные заказы. Проектная работа 1. Ну, окей, частичная занятость может быть 4. А у нас 22. Собственно, вот. Поэтому мы прям притаскиваем для вас проекты. То есть мы вас учим топ-теме, но чтобы вы не реально нашли по ней работу, мы проводим конференции, даем трафик, выискиваем людей, выискиваем компании, прозваниваем их и притаскиваем для вас вакансии. И обучаем вот этой самой топовой, самой интересной теме. Еще раз, никто так в России не делает, ни у кого нет такого HR-портала, даже не близко. И кроме нас только одна компания по договору трудоустройства гарантирует, и у них этого нет. Так, давайте коротко поотвечаю на вопросы и пойдем дальше. Если сейчас есть вопросы, задавайте. Когда ей будет придумывать музыку лучше, чем человек? Недавно нейронки дописали 8-ю симфонию Шуберта. То есть, если... Ну, я думаю, что еще лет 10 и точно нейронки начнут бить людей. То есть, они будут в чартах на радио через 10 лет. Есть ли курсы для подростков от 15 лет? Да, конечно, у нас от 12 лет обучаются. У нас 15-16-летних, 14. Много, они делают крутые проекты. Недавно по определению кожных заболеваний у нас 16-летний школьник сделал офигенный проект, 91% точности, побил наших стажеров на стажировке взрослых программистов. Поэтому от 12 лет можно идти сюда учиться. Будет какой-нибудь розыгрыш бесплатного доступа к курсу? Нет, не будет. Мы таким не промышляем. Мы даем вам контент, показываем вам суть. А не затаскиваем розыгрышами. Нейронные сети сейчас могут распознавать очертания изображений после обучения. Да, могут, вы сегодня это увидите. Можно ли создать нейронку, которая работала бы через камеру, сенсор распознавала бы объекты, местность и так далее, после чего пыталась бы создать поверх этого дополненную реальность и прогрессировала бы, создавая все более подробности в дополненной реальности? Да, это можно сделать, если вы соберете достаточную базу. Это реально такое сделать. И это очень интересная тема. Ну, то есть вы распознаете, обнаруживаете те объекты, которые нужны, часть выкидываете и делаете дополненную реальность. Да, такое возможно. Расскажите про ЗП у вас на Хантере. Смотрите, про зарплаты. Вот сколько наши разрабы просят. Ой, не туда пошел. Кто-то просит до 70 тысяч, я это не одобряю. Хотя мы хантим таких людей к нам, но я это не очень одобряю. Базовая зарплата, с которой я рекомендую брать, это 70-100 тысяч.
это когда вы пришли не программистом и вышли, ну, работать. Программисты, ну вот, примерно столько. 100-200. Реально наши выпускники, это норма. Вот что предлагают. Ну вот сравните. 5-4-8 на высокие зарплаты и 21 на низкие. Здесь 47 на вот 7-100 и 27-41-40 на высокие зарплаты. То есть у нас избыток вакансий с высокими зарплатами. Ну вот я показывал, увидели просветильники 300 тысяч. Вот такие зарплаты. Не вижу других вопросов, это нормально? Это нормально, только я вижу ваши вопросы. Можно ли автоматизировать создание нейронок? Да, у нас есть ноу-хау технологии, моя с 2007 года, как с помощью генетических алгоритмов автоматически собирать нейронки. И мы ее преподаем, мы используем ее в своих стартапах, и четверо наших выпускников очень круто ее применили. Когда будем писать на Python, где-то через полчасика. Это все проектная работа, один раз написал нейронку, обучил ее, это больше не нужен. Нет, это постоянные вакансии. То есть куча компаний, есть компании, где по 10 нейронщиков сидят. Ну вот у нас 18 нейронщиков. То есть в основном это постоянные вакансии. Ну снова у нас, видите, 22 проектные, 158 постоянных. Сколько стоит курс? Я уже хочу. Не могу вам отказать. При быстрой оплате 79 900. С рассрочкой 6 700 в месяц. Беспроцентная рассрочка. Будет ли запись интенсива? Да, завтра придет вам на почту. Когда ей создаст симуляцию, в которой человек будет чувствовать себя как в реальном мире? Ух, лет 20. Дипфейки тоже нейронка? Да, конечно, все дипфейки – это нейронки. Сколько обычно нужен человек для решения задачи? Чаще всего один. Ну, это часто небольшие проекты. Но бывают крупные проекты, там, 3-4 человека, бывает по 10. Айпавлов, например, у нас там, им 40 человек сейчас нужно. Мы им подбираем. Это крупная именно AI-компания. Были кейсы по написанию торгового советника. Прям живого ни разу не видел. Но я подозреваю, что тот, кто его сделает, не особо будет афишировать. Предсказания трендов у нас делали хорошие. На курсе мы акции Лукойл на одну свечу минутную вперед предсказываем. То есть прям типа предсказания трендов и на свечу вперед делали прям успешно. Ну, я сам делал. Самое сложное было биткоин эфир, но с ним тоже справились. Тренды предсказывают. Прям торгового советника я не видел живого. Но я подозреваю, что кто-то его сделал и не показывает. Зачем писать свою нейросеть, если можно использовать готовые, которых полно в интернете на разных платформах? Итог стоит только дообучить под свои нужды. Нет, к сожалению, таких нейронов, которые были бы готовы под свои нужды. Единственное, где есть предобученные сетки, это всякие VGG16 и так далее, простенькие под изображения и там инсепшены. Ну, их можно завязать, но там все равно надо под свою задачу миллион раз допиливать. Под сегментацию, под кучу других вещей нет готовых сеток. И вы их так просто не завязаете, не понимая, что там внутри. Многие у нас пробовали и потом хотели учиться, потому что это не выходит. Под ту же тексты GPT-2 ее тоже надо уметь использовать и понимать, что там внутри. Поэтому, к сожалению, пока нет готовых сеток, которые можно прям брать и заюзывать. Если идея NS пишет фейки, может ли другая NS распознать такие фейки? К сожалению, пока нет. Facebook сделал грант на $1 000 000 первому, кто напишет нейронку, которая будет отличать дипфейк от реальности. Но пока, по-моему, он не выбран никем. Бывают нейронки, обучающие нейронки? Бывают. Генеративные сетки так и устроены. Там одна нейронка тренирует другую, чтобы та генерировала музыку. Вопрос философский. Давайте последний и пойдем к контенту. Все продукты ИИ являются продуктами закрытой системы, то есть вещи в себе ограничены тем, что загружено. Творчество и бесконечность отсутствует, потому что человек будет всегда выше. Нет, человеческий мозг – это тоже система, в которую загружен контент, который он получил с детства. Все мысли, которые мы с вами произносим, это мысли, которые попали в нас извне, контент, который попал в нас извне, и переварен миксером нашего мозга. И не надо забывать, что у нас с вами это тоже набор атомов, и все наши мысли – это электрические импульсы, блуждающие между нейронами. В этом смысле нет никакой разницы между человеком, ну, если не заводить философские споры про душу и так далее, но так можно сказать, что у нейронки тоже душа есть. Я проходил большой курс философии сознания, квалия, панпсихизм и так далее. Поэтому у нейронки такие же способности к творчеству, как у человека. Мы с вами то же самое, просто обученные нейронки. Хорошо, двигаемся дальше. Отключаю вопросы, вернусь к ним минут через 10. Хорошо, особенности нейронок. Какие у них есть плюсы и минусы? Плюсы. Первое, они сами обучаются. Просто скормите им контент, они сами все там изучат и сами все поймут и будут распознавать. И это кайф. Как следствие, они не требуют
экспертности в предметной области. Я писал нейронки и под столетийные заводы, и под распознавание по цветению культур этих сельскохозяйственных, и под медицину, и под трейдинг акций Лукойла, под что только не писал. Было бы мега круто, если бы я все в этом разбирался, но я не разбираюсь в этом вообще в некоторых областях. А нейронки писал успешно. Второе. Нейронки очень крутые в плане точности. Никто их не бьет, и во многих областях они бьют людей. Они уже обыгрывают людей в шахматы, в Go, в StarCraft. Они уже лучше водят машину. У Tesla ниже аварийность, чем у людей на миллион миль пробега. Они уже лучше часто распознают там, дефекты столетейных конструкций. У нас нейронка у наших студентов выдала 5% ошибки, а эксперт 20% ошибки. То есть нейронки бьют уже другие алгоритмы и людей во многих сферах. Минусы. Нейронки требуют базу для обучения. Это краеугольная такая проблема нейронок. Ее, чтобы обучить, она просто так научиться не может. Ей нужна база. Ей нужно сказать, что смотри, нейронка. Вот, вот эти фотки – это сталь, прокат стали с дефектом, а вот эти без дефекта. Научись, пожалуйста, отличать. Вот тебе база на 100 тысяч фоток. Дальше. Они требуют больших вычислительных мощностей. Они требуют видеокарт. Нейронки обучаются на видеокартах. На обучении этой проблемы у нас с вами не будет, потому что мы на серверах Гугла обучаемся, и там Google дает бесплатную видеокарту, и вам этого хватит полностью, ничего покупать не нужно будет. Но для работы нужны видеокарты. Для больших систем нужны большие видеокарты, большие вычислительные сервера, и нейронки могут обучаться по неделе без проблем, одна нейронка. Но снова же, для реальной работы бизнес-проектов, как я показывал, супер ничего не нужно, там нужен компьютер 1200, и его вам дает работодатель. Последний минус, но это такой минусик маленький. Нейронные сети – черный ящик. Невозможно понять, как они думают внутри. Они такой умный рептилоид, которому вы сказали «Привет, рептилоид, вот тебе 10 тысяч фоток кошек, вот тебе 10 тысяч фоток собак. Научись, когда я тебе показываю фотки, вот такие поднимать левую лапку, а когда вот такие поднимать правую лапку». И вот он научился, вы показываете фотку кошки, он поднимает левую лапку, показываете фотку собаки, он поднимает правую лапку. Но как он так определяет, вы не можете с ним, у него спросить, потому что, к сожалению, нет переводчика с русского на рептилоидский. И обратно. Это нейронные сети. Но минус здесь только два минуса и редких. Первый – это в науке. В науке требуется объяснимость, там нейронки не могут работать толком, потому что они сами научатся, но ученые не поймут, как это устроено. Е равно МЦ квадрат, с нейронки не получишь. Второе – это всякие опасные системы, там юридический запрет. Например, в медицине, автопилоты самолетов, системы ПВО, системы там, ядерного сдерживания, суды и так далее – там запрещено применять системы юридические во многих из них, которые необъяснимы, четко детерминированы. И там почти невозможно делать нейронки. Но там они только рекомендательные. То есть у юристов нейронка говорит, обрати внимание сюда, сюда и сюда. А юрист уже смотрит и дает свой ответ. Типа такого. Как выглядит работа программиста? Смотрите, чем работает разраб. Первое. Он работает со сбором базы. Нас на обучении... мы вам обязательно дадим практиковаться со сбором разметки базы для вашего диплома, чтобы вы получили реальный практический опыт. Потом в реальной работе для вас это делают другие сотрудники, фрилансеры и так далее, но вы им пишете техническое задание и контролируете, как они это делают. Дальше. Вторая часть – это создать архитектуру, посмотреть точность и провести кучу экспериментов. Это самое большое счастье. Здесь нейрончик может сидеть от одного месяца где-то до полугода. И это время, когда вы, как изобретатель, как Эдисон, который 10 тысяч пробовал лампочек, пробуете разные архитектуры, изобретаете, придумываете, идете гулять вечером с собакой и думаете, так, сейчас приду, надо поставить такую архитектуру, ложитесь спать и ставите обязательно 5 нейронок на ночь учиться в коллабе, чтобы утром просыпаетесь и первым делом бежите посмотреть, какая у них точность и так далее. Это чистое творчество, изобретательство, и вы полгода, ну или 1-2-3 месяца сидите и копаете нейронки. Собственно, это основной процесс. Он безумно творческий и кайфовый. Последнее. Вы обучаете финальную сетку, которая у вас сработала, и выкладываете ее в продакшн. Если это маленький... продакшн – это типа мобильное приложение, сайт, CRM-система, 1С-ка, бурильная установка, конвейер, квадрокоптер. Куда-то, где она будет реально работать. Мы это проходим, мы это уделяем большое внимание. У нас ноу-хау-курс на 40 занятий именно по интеграции, которого нет ни у кого на рынке, на Ютубе, на Гитхабе, нигде этого нет. Там разработчик из Австрии крутой, очень у него разрабатывает и проводит. И, собственно, это навык, когда вы берете готовую обученную нейронку и встраиваете в продакшн-систему. Здесь вы работаете вместе с разработчиками продакшн-системы сайта, 1С-ки, квадрокоптера и так далее. Потом все идет по новой.
Ну, то есть между этапами постоянно курируете. Ну, то есть вы разрабатываете и говорите, так, надо больше базу. И отправляете им дособирать. Потом выложили нейронку, говорите, так, а теперь снова давайте улучшать, доразрабатывать. Доразработали, снова выложили. Потом пошли на этап снова базы. Говорите, так, а давайте-ка мы еще обогатим базу. Пошли снова разрабатывать. Вся жизнь нейронщика между этими этапами. Ну, еще питьем кофе и танцами с бубном. Так, ну мы сейчас пойдем прямо к нейронным сетям. Давайте еще посмотрим пару вопросов. Давайте я пока, сейчас я не могу вам не показать одну штуку. Дайте я остановлю демонстрацию. У меня недавно как раз мы ввели, и сейчас планируем передавать нашим студентам как стандарт. Мы сформировали на нашем стартапе по нейрокомпьютерным интерфейсам стандарт проведения экспериментов. И я хочу вам показать, как реально проходят эти эксперименты. Вот, журнал «Гипотез PCI». Кайф. Мы только это ввели, и у вас будет такое же. Это прям реально боевые сетки. Мы распознаем мысли людей, распознаем по энцефалограмме, о чем думал человек. Там фразы типа про фрукты, типа «купи спелые бананы в магазине» или «положи просроченные груши в корзину» и так далее. И мы хотим чисто по данным с электрода угадывать, о чем сейчас думал человек. Ну вот у нас сейчас рекорд 64%. Вот так выглядит журнал экспериментов. То есть это какая сетка? Там LSTM-ный автокодировщик, LSTM-ная юнетка, какие параметры, там с одномерными свертками, с бач-нормализациями. Но вот это все мы проходим, это делают наши сейчас студенты. Мы их наняли в свой стартап. И вот мы видим там точность лучшая. Но вот эти сетки были слабые. Это была хорошая, ну 55%, ну относительно. Но вот самая крутая была вот эта, 64%. И вот у него была задача на неделю от меня, ну я руковожу этим проектом, собственник проекта, у него была задача 100 сеток. Ну вот он уже 121 запустил. Запустить 100 сеток, провести 100 экспериментов, фруктовый датасет, 369 записей. То есть вот на каком датасете мы работаем и так далее. Это был другой датасет. Вот какую сетку он использовал. Это код на питоне, который вы как раз будете проходить. Собственно, вот так выглядит работа. То есть вы проводите много экспериментов, анализируете. Очень похоже на науку. У меня отец ученый, биохимик, доктор биологических наук. И мы когда с ним обсуждаем, вот прям то, чем он занимается, и то, чем мы занимаемся, это очень похоже. То есть это чисто проведение экспериментов. И это безумно интересно. Все, окей, я отсюда выйду, потому что я здесь залипну сейчас. Так, давайте посмотрим ваши вопросы. Почему нейросети не используются в науке? Они используются как прикладное, но почему они не используются в науке? Потому что они не могут объяснить, как устроен мир. Они могут распознать, но они не могут объяснить. Возможно ли подобрать индивидуальную программу при покупке курса? Да, мы всегда и всем подбираем индивидуальную программу под ваши задачи, под ваш уровень или под ваш проект. У нас 300 с лишним занятий, у вас будет 40 занятий. Собственно, и мы вам полностью выбираем, побольше питона, поменьше питона, добавить математику, не делать математики, какие конкретно темы нейронок, все полностью под вас соберем. Почему нужны видеокарты? Потому что в нейронках матричные вычисления, лучше всего матричные вычисления идут на видеокартах. Так сложилось, но вот совпало так, что именно на видеокартах гоняются отличные нейронки. Какая вероятность, что наш ведущий НИИ, разработанный студентом, я разработка, очень качественная. То есть работать удаленно будет невозможно, если у тебя дома нет компа за 200 тысяч. Нет, почему? Возможно. Нет проблем. Вы можете брать в аренду амазоновские сервера, гугловые или яндексовые, и вносите это в стоимость проекта. Либо амортизируете на два проекта, закидываете по плюс 100 тысяч в два проекта, покупаете себе комп. Прекрасно можно. Ну и плюс на задачи 200 тысяч комп нужно под фото-видео. Под простенькие задачи, типа там простые тексты, предсказания цен квартир, нужна просто будет видюшка за 15 тысяч в текущий комп. Ну, если у вас десктоп не ноут. Либо комп там 1050-60 суммарно. То есть не так дорого. Какой алгоритм обучения лучше использовать, если хочешь научить нейронку играть в простые игры? Policy Gradient или DQN, QLearn от DeepMind. Ну, обучение с подкреплением. Это у нас есть все в обучении. Как будет задействован наш мозг, интеллект, если все анализирует сеть? Наш мозг задействован на то, чтобы подобрать архитектуру сети. Вот вы видели вот эту кучу экспериментов, анализ, как, что срабатывает, что не срабатывает, интуиция по вашему опыту, какие в данной задаче сработают сетки.
именно это, так задействован ваш интеллект. Так, можете кратко рассказать про нисходящие и восходящие и какой из них сложнее реализовать, какой ближе к человеку? Впервые слышу такие термины, если вы мне раскроете их подробнее, я вам расскажу. По торговому советнику хватит RTX 3070 или несколько нужно? 3070 это... А 3070, кстати, сколько? Они в третьей линейке повысили количество памяти. 3080, 24 гига, 3070. Если 11 гигов, то выше крыши хватит. В принципе, 8-гиговый тоже хватит. Обладает ли нейронки интуицией? Да. Именно появление интуиции позволяет им решать интеллектуальные задачи. Так, пойдемте дальше. Как устроены нейронки? Ближе уже к нейронкам. Смотрите, нейронные сети состоят из слоев. Ну, давайте так, я нарисую на чистой доске. Нейронные сети, им на вход приходят данные какие-то, и они состоят из слоев. Каждый слой состоит из нейронов. Например, мы хотим классифицировать кошку и собаку по приходящей фотке. К нам приходят сюда пиксели, ну, то есть какого цвета, какой пиксель, куча данных от фоток. И здесь есть нейроны. Каждый нейрон смотрит на всю фотку, и один нейрон — это такой атомарный классификатор, это такой рубильник. Он либо включен, либо выключен. То есть это как светофор. Он либо скажет, эгегей, я нашел тот признак, за который я обучен находить, либо скажет, нет, я ничего не нашел. Каждый нейрон смотрит на картинку и ищет свой признак. Он может найти или не найти один признак. Если он нашел, он проснется и закричит об этом. Если не нашел, то он будет спать. Следующий слой нейронов смотрит уже на эти нейроны и анализирует их. Кто из них спит, а кто нет. Ну, вот прям все со всеми связаны. Ну, в базовой сетке. И он уже проснется или уснет в зависимости от того, что он увидел в этих нейронах. То есть уже в сложных комплексных признаках. Этот нейрон смотрит на все вот эти. А эти финальные нейроны смотрят на вот эти все. Вот так. И финальные нейроны, если, например, за кошку вот этот, а за собаку вот этот, если здесь будет 1, а здесь 0, то это кошка, а если здесь 0, а здесь 1, то собака. И мы вот так обучаем сетку. Мы закидываем ей кучу фоток кошек и собак, говорим, вот при этой фотке здесь должен быть единица, а при этой фотке здесь единица. Ну, а вот тут 0. И каждый нейрон, как атомарный классификатор, обнаруживает свой признак. Это немножко похоже на разведку. Представьте, что Вторая мировая война, и вот здесь немцы. Вот здесь у них танк. Вот здесь у них пехота. Вот здесь летит самолет. Вот так вот, с хвостом. А вот здесь там блиндаж какой-нибудь. С пушкой. А у нас есть разведчики. И наши разведчики, вот их много таких человек-разведчиков, они стоят и в бинокль смотрят на ту сторону. И, например, мы видим, что танк выехал вперед, пехота выехала вперед, самолет просто стоит, дот просто стоит. Каждый разведчик смотрит и говорит, я вижу танк, который выехал вперед. Это говорит, я вижу танк, который выехал вперед. Это говорит, я ничего не вижу. Это говорит, я ничего не вижу. Это говорит, мы видим трое пехоту, который идет вперед. Это говорит, я ничего не вижу. Это говорит, дот, но он стоит. Ну, это дот, окей. И это говорит, самолет, но он тоже стоит на земле. Дальше у них есть командиры. Каждый командир смотрит на какую-то часть, слушает своих подчиненных. И вот он вот этих послушал, он вот этих послушал, он вот этих послушал, а этот там вот этих послушал. И что скажут командиры? Этот командир говорит, на нас едет танк слева. Этот говорит, ничего не знаю. Этот говорит, нас идет пехота прямо. И говорит, ничего не происходит. И этот говорит, ничего не происходит. Теперь есть верхние командиры, которые с них собирают данные. И есть генштаб. И в итоге какая информация придет к генштабу? К генштабу придет инфа, суммарная, что слева едет танк по центру пехоты, а справа ничего не происходит. И генштаб говорит, запускайте ответные меры, бомбим их всех. Вот по этому флангу. И, пожалуйста, подкрепление вот сюда. Пришлите и ройте вот здесь окоп еще повторный. Собственно, вот так же работают нейронки. То есть первые нейроны первого слоя ищут низкоуровневые признаки, дальше все более высокоуровневые, и финальные — это генштаб, который принимает решение. Говорит, это кошка или это собака. Бомбите ее, ройте окоп. Вот по такому принципу работают нейронки. Давайте теперь перейдем к картинкам. Вот пример. Представьте, что мы кошек, собак по фоткам отличаем. Один нейрон будет отличать за обнаружение на фотке носов. И вот на этой фотке он обведет нос, и на выход он сделает фотку, где вот здесь белое, а все остальное черное. Вообще черное, а вот где нос белое. Другой обнаруживает глаза, и он вот здесь выделит белым, а все остальное черным.
Это Бэтмен. Третий обнаруживает уши. И он вот это обведет белым, а все остальное черным. Следующий высокоуровневый нейрон. К нему придет инфа, что вот здесь нос обнаружен, вот здесь глаза, вот здесь уши. Ну вот он скажет, вот здесь нос, вот здесь глаза, например. Прошлые нейроны ему говорят. А он нейрон, определяющий мордочку. И он говорит, окей, вот здесь я вижу мордочку лица. А другому нейрону пришла инфа, вот здесь мы видим ухо, вот здесь мы видим макушку, вот здесь мы видим ухо, а вот здесь мы видим лоб. И он говорит, окей, вот так вот верхняя часть головы кошки. И так далее. А еще более высокоуровневые нейроны увидят вот это и скажут, вот по такому контуру здесь голова кошки. А другой нейрон определяет туловище и скажет, вот по такому контуру вот здесь вот обведет прям, а все остальное замажет черным. Вот здесь тушка кошки, туловище кошки. А финальный нейрон скажет, так, один нейрон не обнаружил голову кошки, другой туловище кошки, похоже, это кошка. А другой обнаружит голову собаки, вот так вот, один нейрон, а второй вот так вот обведет туловище собаки. И нейрон, отвечающий за распознавание финальное, скажет, ага, голова собаки, туловище собаки, похоже, это собака. Вот так они распознают и обобщают информацию. Я вам сказал, очень примитивно и человекоподобно, потому что в реальности нейронка вот совсем не такие паттерны ищет, она какие-то там ищет такие паттерны, на которые, если смотришь, думаешь, блин, как она до этого дошла? Как можно было такое искать? Как она, исходя из этого, делает выводы? Но они, то есть они очень несообразны человеческому мышлению часто. Но они классно классифицируют. Я вам рассказал, как это внутри происходит, ну, только если бы это была немного человекоподобная нейронка. То есть вот так выглядит плансвязная сеть. Она принимает данные на вход. Допустим, если мы захотели бы с помощью нейронки делать так, что мы по весу, росту и длине определяем, это кошка или собака. Вот так она выглядит. Сюда прям записывается вес, рост, длина. Ну, типа 6 килограмм, 22 сантиметра рост, 25 сантиметров длина. Сигнал проходит по всем нейронам, они кто-то просыпается, кто-то засыпает и так далее. Там просто математическое сложение, умножение вот этих цифр. Если здесь положительное число, то он проснулся, получилось. Если отрицательное, то заснул. Весь этот сигнал проносится вперед, и вот конечные ответы, что типа это кошка. Ну, 6 килограмм, 22-25, в принципе, похоже на кошку. То есть этот проснулся, а этот заснул. Это называется полносвязанная сеть. Как обучается нейронка? Хотя нет, давайте, значит, пару вопросов посмотрю. Так, это не интуиция, а тупое взвешивание векторов. Смотрите, интуиция у человека – это тупое биохимические реакции и электрические сигналы. Интуиция происходит от бессознательного. Да, у нейронов тоже появляется бессознательное, потому что наше с вами бессознательное – это атомы и электрические импульсы. Это не совокупность того, что было накоплено человеком. У человека просто побольше опыта, но у нейронки все то же самое. Смотрите, наша с вами интуиция, те тексты, которые вы написали, это просто следствие биохимических реакций и электрических импульсов. Все. Ничего, кроме физики, в генерации мною, вами сейчас ответов, в этих движениях и так далее, нету. Это тупо биохимические реакции в моей голове. И мы с вами создаем то, чего не было. Собственно, вот. Поэтому нейронки как раз у них обладают интуицией. Иначе скажите мне, как человек создал то, чего не было. В схеме нейронок все командиры следят за всеми разведчиками. Есть нейронки, где все командиры за всеми разведчиками, есть сверточные сетки, где они локально следят. Это есть командиры с памятью и так далее. То есть там есть разные. И с видео аналогично, как определяется точность. Мы просто смотрим, какой процент она распознала верно, а какой неверно. Сейчас скажу, как это тестируется. И с видео аналогично, как с фото. Да, видео чаще всего обрабатывается как последовательность фото. По обобщении данных нейронок должен получать бинарные данные, а не статичные значения роста веса. А нейронка может получать как бинарные, так и десятичные, чаще всего десятичные. Учу сетку обратным распространением ошибки. Как только она достигает минимального успеха, включается обучение, и результат резко падает. Что я делаю не так? Ну, во-первых, лучше берите Keras. Это лучше, чем писать руками. Второе, у вас переобучение. Вам надо либо упрощать сетку количества нейронов, либо нормализацию данных сделать, либо дропауты, либо бач нормализацию между слоями.
Вообще мы на втором занятии проходим, как бороться с переобучением. L1, L2, регуляризация туда же. Как же вещи сны? Я не верю в вещи сны. И, на мой взгляд, это плацебо. Я не понимаю никакого физического механизма, который мог бы отвечать за вещи сны. Ну, у меня научная картина мира. Хорошо, пойдемте дальше. Как обучается нейронка? Во-первых, для обучения нужна обучающая тестовая выборка. Что такое обучающая тестовая выборка? Это две выборки, на обучающую она будет учиться, а на тестовую она будет тестироваться. Это как экзамен у школьника. Школьник на учебнике учится, а на экзамене он видит совсем другие задачи, которых не было в учебнике, чтобы мы его трезво проверили. Именно так доказывается ее точность перед выкладыванием ее на реальный там, сайт, 1С и так далее. Обучающие выборки обычно побольше, например, 20 тысяч примеров. И здесь описание: кошка, вес, рост, длина, собака, вес, рост, длина. Тестовая поменьше, 4 тысячи примеров, тоже описание такие. Обучение – это подбор весов. Так же, как у нас с вами в голове образуются связи между нейронами, также, ну, эти вот знаменитые нейронные дорожки при изучении нового навыка. Для нейронки обучение – это именно подбор весов. Как это происходит обучение? Давайте коротко и емко. Смотрите, представьте, что мы хотим подобрать один вес. Представьте, что мы в этой сетке все другие веса заморозили, задали их случайными. Вот мы их заморозили. И один вес мы меняем. Представьте, что мы его поставили нолик. Влияет ли его значение? Влияет, потому что этот сигнал передастся вот так всем вот этим нейронам. То есть почти половина сетки задействуется. И потом передастся вот этим нейронам всем. То есть его влияние большое, этого веса. Меняя его, мы меняем выход. Мы его поставили 0 и получили 51% ошибки. То есть 51% сетка ошибается. Ну, как бросание монетки, потому что все остальные веса глупые. Давайте поставим его 1. И увидим, например, 49% ошибки. А давайте поставим его минус 1. И увидим, например, 52% ошибки. Итак, мы его можем поставить минус 100, плюс 79, плюс 573, любой, разный. И у нас будет меняться процент ошибки. Теперь давайте сделаем вот такой эксперимент и будем менять этот вес, только один, остальное все заморожено. Будем менять его от минус 1000 до плюс 1000. А вот здесь будет нолик. И будем выводить ошибку. Допустим, вот верхняя грань ошибки будет 60%, а нижняя грань будет 10%. И переберем с шагом в один все значения. И мы увидим, что график будет вот такой, где-то будет меньше, а где-то больше. Вот эта точка локального минимума, глобального. Нас интересуют вот эти точки. Почему эти? Потому что на самом деле точность на тестовой выборке, на которой мы тестируем, обычно не очень коррелирует с точностью на обучающей. И там, где она идеально угадывает сетка, на самом деле она не супер крута обычно на тестовой выборке. Поэтому нас интересуют вот эти низкие точки. Как мы их находим? Мы берем какую-нибудь точку вот здесь, например, плюс 700. Случайно. А потом начинаем ее менять. Мы берем и увеличили. У нас было здесь, например, 52%. Мы увеличили, стало 53%. Мы говорим, что-то неинтересно. А уменьшили, стало 51%. Мы говорим, о, прикольно. А еще уменьшим, 50%, 49% и так далее, и так далее. Мы маленькими такими муравьиными шажками прыгаем, доходим до сюда. И здесь у нас 12%, например, ошибка. Мы говорим, о, круто. И ну-ка... Ну, конечно, нереально одним весом. Давайте 40 здесь поставим и 42. Вот так будет более трезво, меняя один вес. Если мы шагнули сюда, стало 43, и сюда 43. Мы говорим, о, окей, мы нашли минимум. И мы так в нем останавливаемся. Это называется градиентный спуск. Спуск по направлению. Но только представьте, что мы теперь не один вес хотим менять. То есть так мы можем подобрать один вес. А представьте, что мы два веса хотим менять. И у нас поверхность станет двумерная. Она вот так будет как-нибудь выглядеть. То есть такая двумерная пустыня. Вот так она начнет выглядеть, как-нибудь вот так. И здесь мы берем точку вот здесь, два веса разморозили, и нейронка вот так как-нибудь спускается вот сюда в локальный минимум. Ну вот здесь такая вот чаша, например, вот такая происходит. Вот такая. Если мы отсюда начнем, она вот так вот скатится. Представьте пустыню, и вы такой большой фитбол синий отпускаете, она по барханам, он скачет, последнюю точку приходит, там чуть покачается и остановится. Вот так вот нейронка подбирает веса так, чтобы на обучающей выборке она была максимально точной.
Только представьте, что у нас не два веса, не двумерная пустыня, а 36-мерная пустыня. Вот там 36 весов в той сетке, которую я показывал. То есть мы 36 параметров можем менять. 36-мерная пустыня. То есть вот такой есть столбик всех весов у нейронки. И у нас градиентный спуск, там математика. То есть математика говорит, шагни вот сюда, теперь шагни отсюда вот сюда, шагни вот сюда. Вот здесь, когда она говорит, шагни вот сюда. Эта вся математика уже заложена в библиотеке. Ее писать не нужно. Но она говорит, куда как шагать. И она говорит, вот этот вес чуть увеличь, вот этот вес чуть увеличь, вот этот чуть уменьши, вот этот увеличь и последний уменьши. Сделали шаг. На следующем шаге она говорит, этот снова увеличь, этот теперь уменьши, этот увеличивай, этот уменьшай. Еще шаг. И таким образом она его спускает и доводит до точки наименьшей ошибки. Вот так она обучается. Очень простой способ. У нас в голове примерно так же обучаются нейронные сети и наши связи все. Фух. Ну что, основное вам рассказалось теории. Сейчас пойдем кодить сетки. Давайте я посмотрю ваши вопросы. Можно брать не целое число, можно не целое число. Инпут сетки может быть любой, дробный. Главное, чтобы было число. 0,1 может быть целое число, дробное число любое. Так, ну что, пойдемте к коду. Как мы идем по времени? 21.03, ну мы хорошо идем по времени. Так, я чуть-чуть с вашего позволения переподключу, чтобы вам рассказывать. Это Google Collaboratory. Это сервис от Google. Google бесплатно нам с вами дает видеокарты. Я сейчас залогинюсь в Google Drive, чтобы оттуда качать базы. Это сервис как Google презентации. То есть вот здесь в Google презентациях мы можем презентации делать, в Google табличках таблички делать, вот они Google таблички. А в Google коллаборатории мы можем садиться и программировать. Вот он код на питоне, вот такой он простой. И запускать эти ячейки. Можно делать заголовки, текстики, можно код на питоне и запускать эти ячейки. Очень просто, то есть вам не нужно ничего на ком ставить. Любая операционка, любой браузер, вам только нужен выход в интернет, мышкой и клавиатуру. Все. И самое приятное, что все крутится на серверах Google. То есть сейчас среда выполнения, мы на GPU. Graphic Processor Unit. Видеокарта. Можно запускаться на процессоре обычном CPU, но нейронка будет дико медленно на нем. Можно на тензорном процессоре, но это баловство пока. Их нет пока в обиходе, и в NVIDIA, к сожалению, не продаются тензорные процессоры. Но побаловаться можно с ними, мы запускались на них периодически тоже. Но нас интересует видеокарточка. Google дает крутые видеокарты по 120 тысяч. Примерно одна такая стоит. Хорошо. Я чуть позапускаю сейчас код. Первое, что я вам покажу. Да, я буду показывать вам на фреймворке. Готовом фреймворке от Google. Готовом фреймворке от нас. У нас переписано миллион сеток. И мы пишем свой собственный фреймворк, в котором будут упакованы уже высокоуровневые настройки над Google свои сетки. Мы хотим первый, по крайней мере, в русскоязычном пространстве такой крутой фреймворк запустить. Мы уже даем эти исходники и базу этого фреймворка нашим студентам, выпускникам. Ну и я вам буду показывать на нашем фреймворке, то есть не очень смотрите на код, он тут написан простыми командами, я не на него хочу вам сделать упор. Я в конце покажу вам прямо на Keras сетку, на чистом. И сейчас я хочу вам показать, как она вообще обучается. Вот кошки и собаки. 12,5 тысяч фоток, 10 тысяч обучающих, 2,5 каждого порода животного. Типа животного, кошка, собака, на проверочную выборку. Вот так выглядят фотки. Давайте я запущу. Сейчас оно будет чуть думать. Подгружаться данные будут. Я вам сейчас покажу, как сетка эта обучается. Смотрите. Вот обучение сетки. Вот это то, с чем работают нейронщики. Она обучается эпохами. То есть она одну эпоху все 20 тысяч фоток прокрутила, обучилась одну эпоху повторно. Еще 20 тысяч фоток. Еще раз. То есть она такими эпохами обучается, и каждый раз все точнее и точнее. Вот точность на обучающей выборке. Начинается 66% и становится выше и становится в топе 99-65%. То есть она почти все фотки на обучающей выборке кошек и собак отличает правильно. Но нас больше всего интересует проверочная выборка, она же тестовая. На первой эпохе, после первой эпохи, как бросание монетки. 50% вероятность угадать, то есть она вообще не угадывает. О, давайте покажу. Вот такие фотки. Видите, они зашумленные, многие из них. То есть тут люди, всякие предметы и так далее. То есть их сложно распознавать. Это 10 тысяч фоток — это немного для такой базы. Для такой зашумленной. И вот на интересующую нас тестовая выборка 50%, но 58, 62, 65, и она постепенно догоняет. Да, она отстает. Посмотрите, 92 против 99.
Но в итоге она выдает 93,22%. То есть тоже подавляющее большинство она распознает правильно. Вот график. График — это то, с чем работает постоянно нейрончик. То есть что мы видим на этом графике? Первое. Ну вот этот лаг 6%. Не так много. Ну то есть в целом нормально. 99,93%. Дальше. Мы видим небольшую положительную динамику точности. Ну видите, 92, 91, 92, 93, 93. Я бы ей еще дал бы эпох 20 учиться. Был, скорее всего, 94% получилось бы. Это и есть интуиция нейрончика. То есть нейронки — это интуиция. Тут нету прям готовых правил в подавляющем большинстве случаев. Ну, то есть есть какие-то базовые правила, но в основном именно накапливая опыт в куче проектов, в запуске кучи нейронок на данном проекте, вы начинаете чувствовать, как там запустить, что там запустить. И мы вас будем учить в первую очередь мыслить, а не шаблоном готовым. В первую очередь придумывать, анализировать, изобретать и так далее. Второе, что важно, здесь нет переобучения. Переобучение — когда точность на проверочной вот так, а потом падает. Ну, вот синий — это на обучающий выборке, а оранжевый — на проверочный. Вот когда происходит вот так, отрицательный тренд — это переобучение. Это вот как то, что сейчас писали вопрос в чат. То есть когда нейронка начинает, как школьник, слишком заучивать задачки. Когда начинает говорить, что если задачка начинается с таких-то слов, значит, это точно ответ 19. А на экзамене начнется с таких же слов задачка, ответ будет не 19, а Иванов, например. Ну, и, то есть ошибка будет полностью. За этим надо следить. На втором занятии по нейронкам мы как раз рассказываем, проходим, как бороться с таким переобучением. Ну, например, на машинах, когда мы делаем распознавание марок машин, у нас там Mercedes, Renault и Ferrari. На маленьких мелких картинках, где не видно этих значков Mercedes и Ferrari и Renault, нейронка должна угадывать. И если ее сделать неправильно и увести в переобучение, она очень быстро начинает думать, что красное — это значит Ferrari. Ну, потому что большинство красных машин — это Ferrari, она начинает думать, что все красное — это Ferrari, и на тестовой выборке ей даешь красный Mercedes или красное Renault, она ошибается напрочь. Это переобучение. Ну, с этим можно бороться. Вот как сетка разносит это. То есть вот центральная линия, это вот выходной нейрон говорит, какой ответ. Слева должны быть кошки, справа собаки. Сначала она глупая. Это тестовая выборка, вот 60%, но постепенно она кошек делает налево, собак направо, где-то чуть ошибается, но шаг за шагом она все лучше и лучше их разносит, одних налево, а других направо. На ком-то лучше, на ком-то хуже, но вот эта собака лучше распознается, теперь она хуже, от эпохи к эпохе она меняется. Но вот так выглядит процесс обучения. Так, давайте посмотрим вопросы. Как влияет отношение количества нейронов первого уровня и 3-4? Никак не связано. Нейроны первого слоя количества и финального слоя никак не связаны. Только эксперименты показывают, сколько должно быть. В чем отличие нейронных сетей от машинного обучения? Нейронные сети — это один из способов машинного обучения. Как, в чем отличие машины от транспорта? Машины — это часть транспорта. Кроме машин есть другой транспорт. Например, поезда и самолеты. В машинном обучении есть классическое машинное обучение. В чем отличие их? Классическое машинное обучение — это чисто математические алгоритмы, а нейронки — это ближе к более гибким самообучающимся системам. И нейронки у них в миллион раз больше настроек. Какой-нибудь саппорт-вектор машин ты просто запустил, и как сработал, так сработал. А у нейронки десятки тысяч, если не сотни тысяч вариантов комбинаций их перенастроек. Поэтому они в конце эффективнее. Какой импут сетки все-таки лучше? От 0 до 1 или плюс там 100-500? От 0 до 1. Лучше нормировать даже не от 0 до 1, а нормальное распределение N0,1. Каким образом собираются все эти картинки из интернета? Данный датасет, он открытый, известный, а в целом в разные ситуации. Кто-то парсит их, кто-то качает руками, кто-то заказывает у фрилансера. То есть очень много. Ну, мы обычно парсим машины с Яндекс.Картинок и так далее. Хорошо, пойдемте дальше. Квартиры. Это нейронка по оценке стоимости квартир. Написал наш выпускник, один из наших выпускников, у него реальное маркетинговое агентство, и у него была такая задача. 62 504 квартиры. Вот так выглядит. Однокомнатная, столько метров, или скрозаводская. Вот само объявление, какой этаж, и вот цена. И вот таких объявлений 65 тысяч. Вот тоже обучается нейронка, она запускалась в несколько итераций. На обучающей у нее сначала ошибка была 2 237 тысяч, но быстро упала до 490 тысяч. То есть если ей дать квартиру, которую она уже видела, она ее оценит с точностью плюс-минус 490 тысяч. При средней цене около 9 миллионов. На проверочной, на тестовой было 852 тысячи. Но ухищрениями и так далее нам удалось добиться разброса в 631 тысячу. А наш студент, у которого этот дипломный проект, добился разброса в 168 тысяч. То есть очень крутого. Это была нейронка на уровне с нейронками от Яндекса и Сбербанка по точности. И наш студент сделал, который никогда не программировал.
То есть, если дать этой нейронке квартиру за 10 миллионов, она назовет цену от там 9 миллионов 369 тысяч до 10 миллионов 631 тысяча. И вот так она подгоняет в процессе обучения. А, я не спустил сверху. Сейчас я покажу, как выглядит процесс обучения. Красная – это реальная цена, а синяя – это цена. Голубое – с какой стартовала цена, прогноз нейронка. А синяя – это она подгоняет цену. Видите, шаг за шагом она пытается угадать. Это, ну, там, 8 разных квартир. Вот здесь она прям хорошо угадывает, вот здесь вообще идеально угадывает. На этих, вот на это она не угадывает, ошибается на 3 миллиона. А вот на этой там она ошибается тысяч, на 100-200. То есть вот так по эпохам она старается угадать и попасть. Давайте я вам покажу ее в демо-панельке. Это демо-панель с живыми нейронками. У нас все просили, покажите уже, как они выглядят вживую. Ее пишут наши студенты, наши стажеры. То есть все написано нашими студентами. Вот такая как раз нейронка определения стоимости квартиры. Выложена вживую. Вот можно взять какой-нибудь пресет и оценить. Вот она оценивает квартиру. Шабловская, 12 минут пешком, 8 этаж, 38 метров. И вот объявление. Она использует прям текст объявления. 10 миллионов 983 тире 11 780. Давайте поприкалываемся над ней, поставим 138 метров. Оценить. Она сейчас реально крутится у нас на сервере на видеокарте, и вот она стала дороже. Давайте сделаем 12 минут пешком, а 30 минут на транспорте. Было 20, стартовая цена 26 863. Уже 22, потому что стало далеко от метро. Давайте уберем из текста, ради интереса, чистый подъезд, два лифта, более 3 лет собственности, возможно, ипотека. Было 22 687. Оценить. 21. Без ипотеки чистого подъезда у нас стоит дешевле. А, собственно, вот. Это реальный продакшн, ну, у нас сейчас крутится. И это все делают наши студенты. Так. Сегментация – это очень... А хотя нет, давайте я отвечу на пару вопросов. В чем отличается обучающая программа с разной точностью? Как ваш студент добился высокой точности? Он добился высокой точности тем, что он более точно определил районы Москвы. То есть мы выделили под метро категорию, что типа если это кольцо, внутри кольца, вне кольца, и там 8 станций от кольца, подавали данные. А он прям каждую станцию метро раздельно подал данные. Он сделал отдельные нейронки под однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Он их дообучал по районам. То есть он, ну, много крутых изобретательских штук пробовал, придумывал и сделал. За счет этого он добился. Дмитрий, скажите, знания, которые вы даете на курсе обучения, востребованы в Пало-Альто, Mountain View и Sunny Valley, Силиконовая долина? Да, востребованы, и мы даже сейчас уже подбирали разработчиков в американские компании, в Super BAR, которая делает графику для Марвела, для Железного Человека, Пиратов Карибского моря и так далее. И AR-решения крутые. Поэтому, да, мы учим топовым сеткам, которые востребованы и там. Собственно, мы сейчас на американском рынке запускаемся. Если в тему, я как раз выбираю, куда я переезжаю через год, Пало-Альто или Mountain View. Ну, то есть мы будем там, я планирую наших разрабов Facebook, Google устраивать, Tesla и так далее. Что делать с непредсказуемостью человеческим фактором? Например, неужели люди выставляют схожие цены? Скорее философский вопрос. Ну, с этим ничего не сделать. То есть если... Ну, нейронка будет предсказывать то, что люди выставили. Но и люди, которые так определяют по этим данным, тоже будут ошибаться. То есть в исходных данных всегда есть шумы. А как потом применяется обученная нейронка? Она сохраняется как тестовый файлик? Она сохраняется как H5-файлик. Ну, самый простой вариант. H5-файлик, потом на сервере поднимается веб-сервис на Питоне, и к этому веб-сервису обращается продакшн-система. А потом тот же Keras или иная библиотека может ее собрать и выдать ответ. Да, а может H5, Keras или другая библиотека собрать и выдать ответ. И вот когда нужен ответ на конкретный вопрос от нейронки, все же нужна видеокарта и мощность вычислений, или это уже моментально на обычном железе? В продакшене моментально на обычном железе подавляющее большинство, если это не супер нагруженная система, не потоковое видео, хватает процессора. Но вот мы здесь делаем, вот здесь у нас видеокарточка стоит, если не ошибаюсь, 2080 Ti-ка, но потому что у нас куча людей здесь правильно запускают, у нас там всякие есть переносы стилей изображений здесь, вот от NVIDIA нейронка, ну, переписанная, естественно, нами, там, которая вот позволяет вот такие штуки делать, ну, и очень быстро кота в таком стиле сделать или в таком.
мы крутим видюшку, потому что у нас много кто в параллели это демонстрирует. А так CPU хватает выше крыши на продакшене. У Фейсбука все CPU на весь продакшен на CPU-шке. Кстати, в чате Артем выложил видео защиты диплома Павла по квартирам. 1 марта было. И ссылку на вот эту демо-панель с нейронками. Да. Окей. Сегментация самолетов. Это прикольная задача. Сегментация одна из моих самых любимых. Это выделение объектов по контуру. Вот у нас есть самолеты. Например, если нам надо выделить в небе, чтобы удалить его с фотки, или в аэропорту обнаруживать самолет по контуру, чтобы определять, не врежется ли он в другой самолет, не врежется ли он в машину, его надо прямо по контуру обвести. Вот такая база, нам фрилансеры ее вводили. То есть вот самолеты, вот обвинены по контуру. Здесь применяются уже крутые сетки UNET, PSPNet. Мы их все проходим. Вот мы берем UNET-ку. Вот мы ее обучаем. На самом деле за ней стоит там код. Ну, мы его проходим, там два экрана примерно этого кода. Но мы крутые специалисты, у нас свой стартап по квадрокоптерам, по автопилотам, ну, свой проект в стажировке. И у нас куча разработок собственных в юнетках. Мы уже там некоторые ноу-хау сетки разработали, сейчас статьи из них готовим. В общем, здесь у нас крутая компетенция, ну, моя прям любимая тема. Вот мы обучаем, такая же у нее точность обучения, вот с 92,7 до 99 растет, из 14,8 до 96,5 на проверочный, на тестовый, ну, 97,9. Вот она обучилась, обучилась хорошо, переобучения нету, все здорово. Давайте посмотрим, как она по эпохам распознает. Смотрите, вот три самолета взяли, тестовые, она их никогда не видела. Вот на первой эпохе она, ну, все засветила самолетом красным. Но на второй эпохе она уже сделала контур, но кусок облака захватила, и здесь кусок облака в самолет. Видите? И вот это. Ну, то есть она белый цвет пока воспринимает корпусом самолета. На третьей эпохе она уже выделила нормально, на четвертой она куда-то скакнула не туда. Мячик, который скачет вот так вот по пустыне, он перескакнул какой-то бархан и не туда улетел, но сейчас будет скакать обратно. То есть на горку закатился противоположно. Вот на следующей эпохе она уже все лучше по контуру выделяет, лучше, лучше и лучше. И вот после 10 эпох, смотрите, как она красиво, ровно по контуру выделяет самолеты, все шасси, все детальки. Если наложить маску зеленым фоном, то вот как она красиво, она только потеряла кусок крыла, но мне кажется, здесь на самой фотке как-то странно выглядит самолет, ну потому что посмотрите на него. Видите, кусок крыла у него прям голубой. То есть как будто здесь дырка. Это, скорее всего, когда выделяли как-то фон в фотошопе или еще что-то сделали. Но прям видно, вот его корпус идет. То есть нейронка, в принципе, правильно распознала, что это небо. После этого, ну я, например, когда посмотрел на эту модельку, я сказал, о, прикольно, она круто учится и прям близко по точности. Но зачем использовать сложную юнетку? Давайте лучше запустим более быструю линейную сетку. И это так, в этом заключается работа нейронщика. Все искать, изобретать, оптимизировать. Мы запустили линейную сетку, более примитивную. И вуаля, на линейной сетке 80% на обучающей, 80% на проверочной. И она очень топорно обучилась, и сейчас вы увидите, что она обучилась плохо. То есть вот как она распознавала самолеты по эпохам. Ну и она научилась обнаруживать границы, она как фильтр границ работает, но тем не менее она все равно корявенько работает, она куски неба захватывает, ну то есть и очень криво, короче, распознает. После этого мы сказали, нет, линейная здесь не тянет. И взяли вторую сетку, PSPNet-ку. Я ее тоже, мне она очень нравится. Она чуть другая архитектура от UNET-ки, тоже на сегментацию. Во многих задачах она мне нравится, потому что были задачи, где она мне для автопилотов машины она сильно лучше выдавала результаты. Но вот здесь она тоже выдала 97,4 на обучающий и 81,5 на проверочный. То есть, видите, вот она переобучение. То есть она росла, 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 до 85,9 выросла, а потом на этой растет, а на этой падает. И с ней, конечно, можно пошаманить дальше, попробовать разную сложность, там добавить всякие дропауты и так далее, регуляризации. Но как бы надо шаманить. Я вам показываю пока пару примеров. И вот как она обучилась. Она совсем по-другому выцепляет, как вы видите. Но в конце она оставила дырки. Видите, пол самолета потеряла, куски неба лишние, здесь дырку оставила и так далее. И по-хорошему как раз все вот это заносится потом вот в этот журнал экспериментов. То есть, видите, точность на обучающий, точность на проверочный, ну, точность на проверочный, какая была сетка, мы бы здесь написали UNET, PSPNet, линейная, и заполнили это все. Это будет у вас в обучении, мы сейчас стандартизируем, мы вообще планируем софт выпустить, то есть небольшой сайт, на котором вы можете вести эти эксперименты, анализировать и так далее. Такой помощник нейронщика, такого нет нигде вообще в России, да и в мире я не видел, а я уже давно мечтаю о такой штуке. Вот. И последнее я вам покажу вживую на Keras распознавание рукописных цифр, как это выглядит не на нашем фреймворке, а внутри. Это простая задача. Вот у нас есть 60 тысяч, это на первом занятии проходим,
60 тысяч рукописных цифр на обучающую, 10 тысяч на тестовую. Они 28 на 28 пикселей. Вот такие. Вот они. Ну, кстати, вот эта восьмерка похожа на шестерку, если честно. И вот так пишется сетка. Это Keras, библиотека от Google. Мы вот создаем сетку, model равно sequential, на питоне. Ну, понятно, что мы вам покажем весь питон, кто на нем никогда не программировал. Но вот как создается это внутри. Создаем сеть, потом говорим model.add, добавь. Dense — это полносвязный слой. То есть мы говорим добавь полносвязный слой на 800 нейронов. Там, и говорим, какая у него должна быть активационная функция. Но вот это все проходим. Это параметры настройки нейронной сети. Потом говорим, а еще добавь один слой на 400 нейронов. И вот такая активационная функция. А в конце добавь слой на 10 нейронов с активационной функцией победить сильнейший. В конце 10 нейронов — это как раз один нейрон за одну цифру. То есть мы говорим, вот тебе придет картинка с тройкой, сделай 800 нейронов, потом 400 нейронов, а потом 10 нейронов. Что такое 10 нейронов? Если победит первый, значит это нолик. Победит второй, значит это единица. Победит последний, значит это девятка. И мы делаем вот такую активационную функцию здесь в настройках, что вот здесь должен победить один сильнейший нейрон. У него должна быть единица, а в остальных всех там нули. То есть вот так вот просто мы собираем нейронку. Понятно, что вы, ну, для вас это все новое, но вы это все пройдете, и первое же занятие вы будете понимать, что это такое. И после этого мы эту нейронку обучаем. То есть вот мы говорим, ну-ка, нейронка, обучись, model fit. Вот мы тебе подаем X-train, Y-train. Это вот сами картинки, а это правильные ответы. Мы говорим, выдели 20% на обучающую выборку, сделай 20 эпох. И вот мы видим, вот как вы видели выше, вот оно же. Вот эпохи, вот точность на обучающей выборке 93, вот на проверочной 96. Вот она учится, учится. А, тут 30 эпох. В итоге 99,7 на обучающей, 97,5 на проверочной. Вот эти же графики и так далее. Давайте я обучу, чтобы я вам показал распознавалку. Вот он скачивает данные. Вот он собирает нейронку. Вот это я вам показываю. Понятно, что я вам показываю за 2 минуты. У вас будет на 2 часа занятия по этой теме. Но я хочу показать, что написать нейронку, распознающую рукописные цифры, здесь нет математики. Здесь нет ничего такого. Вы говорите, создай нейронку, добавь такой слой. То есть это конструктор, как кубики Лего. Создай такой слой, собери ее. И теперь запусти обучение. И нарисуй мне график. Вот это нарисование графика, это обучение. Вот 30 эпох, и поехали учиться. Все. Это очень просто. Там надо больше разбираться, как искусство, интуиция, понимать, какую сетку, где применить, какие слои сделать. Потому что вот здесь у вас будет, там, вы будете знать штук 10 разных слоев, кроме вот этого денса. Кучу разных активационных функций, кучу разных оптимизаторов, лоссов и так далее. И этим надо уметь работать правильно. Хорошо. Я не помню, я обучил или нет. Ну вот давайте распознаем восьмерку. Он найдет случайную восьмерку и распознает. Вот что она выдала. А, я ее не обучил, понятно. Ну да, я забыл. Это уже фреймворк. Она у меня глупая пока была, поэтому случайно распознала. Вот сейчас она обучается прям реально на Гугле. То есть вот у нас сейчас прям реально учится нейронка. Почему на проверочной точность всегда ниже, чем на обучающей? Ну потому же, почему у студента на экзамене всегда точность ниже, чем на книжке, на которой он учился. Ну, потому что обучающая незнакомая. Бывает, кстати, что выше. Но это особенность выборки. Просто бывает, что проверочная выборка оказалась очень простой. То есть бывают прецеденты, что выше. Так. Ну вот, одна секунда у нас уходит на эпоху. Мы сидим, ждем. Это жизнь нейрончика. Сидеть, ждать, пока обучается нейронка. Ну, правильно кодить, естественно. Давайте распознаем восьмерку. Случайно увидит новая восьмерка. Вуаля, 100% на восьмерке. Давайте еще какую-нибудь восьмерку распознаем. 100% на восьмерке. Давайте распознаем. Ну, мы это написали уже на фреймворке. Случайный набор цифр. Ну, давайте я поставлю там тройку, четверку, двойку, семерку, восьмерку. Поехали. Так. Ну, смотрим. Тройка 100%, четверка 100%, двойка 100%. Семерка 100%, восьмерка 100%. Ну, легко. А это цифры, нарисованные руками в Paint. Вот ссылка на картинку. Восьмерка, ну, 100%. Давайте зашумленная двойка. 100%. Четверка зашумленная.
Ну, в этот раз идеально. Иногда выпадает 99%. Ну, в этот раз очень уж хорошо она выучилась. Ну, хотя нет, давайте я, чтобы вам показать, я сделаю очень глупую сетку. Я делаю 10 нейронов, а вот это я закодирую. Я восстановлю код. Я сделал примитивную глупую сетку. Давайте посмотрим, что с ней случится. Блин, это настолько интересно, что я не могу ни посидеть, ни покурить. Ну, а как видите, у него всего 92% точности. На глупой сетке. Давайте я посмотрю ваши вопросы пока. На последнем примере желтый график вниз пошел переобучение. Но когда такой небольшой шажок вниз на желтом графике, это нет, это не переобучение. Интересно, она может распознать почерк врача? Нет, это невыполнимая задача, она незаконная. Ну, я шучу. На самом деле может. Ну, почерки рукописные можно распознавать, но это сложно, надо делать большую выборку, но это возможно. Ну вот видите, переобучения у нас нету, все плотненько, но 94% всего. Но я сделал очень простенькую сетку, у нее всего 10 нейронов. Давайте посмотрим, как она распознает. Ну вот видите, уже у нее есть процент за тройку. То есть она уже не такая идеальная, как та. Ну вот видите, пошли 99,82 за тройку, четверку. Вот в четверке она начала девятку видеть в этой. За двойку хорошо, единица, ну хорошо. Вот, она здесь единичку видит. Ну, похоже вообще на единичку чуть-чуть по фактуре. 2,5%. Цифры в пейнте, интересно. Вот, а цифры в пейнте, кстати, она ошиблась. Ну, мы сделали очень примитивную нейронку, но как только пошли цифры из пейнта, он считает тройкой здесь. Прикольно. Интересно посмотреть, со скольки нейронов она начнет пейнт хорошо распознавать. Ну, здесь 100% двойка, прикольно. Четверку распознает на 81, но откуда-то она здесь видит шестерку. Ну вот видите, я сделал примитивную сетку, и мы увидели, что результаты другие. Ну то есть она не фейковая, она живая. Вот так вот работают нейронки. Давайте я вам покажу еще пару нейроночек живых. Я вам показал уже изображение квартиры. Есть object detection. Вот так. Это обнаружение прямоугольниками, вот так, какие есть объекты. И подсвечивание их. Типа раковина, растение в горшке, туалет, бутылка, растение. Лодка, человек. Есть определение возгорания. Это наш дипломник сделал. Ну вот есть офис нормальный. Ой, кстати. А, ну вот она из-за светильника этот пожар считает. Ну вот это пожар. А вот это нет пожара. Есть колоризация раскрашивания. Берем туканы и раскрашиваем. Здесь нейронка обучает прикольно. Берут цветные фотки. Принудительно их превращают в черно-белые. И говорят, нейронки, научись из вот этой фотки делать вот эту. И она из черно-белых теперь умеет делать вот такие красивые цветные фотки. Вообще, ссылка у вас есть в чате, можете побаловаться, можете свои фотки грузить, и черно-белые, и она будет раскрашивать. Оценка стоимости машин такая же есть. Ну, вот за 260 тысяч, Toyota. Делаем мы 2020 года новенькую. 138 тысяч. Давайте Ford. Сделаем его 3-литровым, нет, 5-литровым. И лошадиных сил сделаем ему 650. 138. А, он 15-го года. 1 300 000. Давайте посмотрим, что выдаст. Ну, кстати, не сильно он подорожал. Но она потом ориентируется на марку, она понимает, что не бывает этих фордов, таких 5-литровых, поэтому скорее так. Давайте кому-нибудь пробег поменяем. Рено, пробег угоним в ноль. Или я не пробег угнал в ноль. Окей, ладно. Есть предсказание курса доллара и евро на несколько дней вперед. Я проверял, у меня на день вперед прям попадает курс доллара и евро. Неплохо. Есть наши с вами рукописные цифры. Ух ты. Но вот она, кстати, обучалась не на таких же. Иногда она подтупливает, что интересно. Надо будет ее, да, обучить, пофиксить. Окей. Собственно, вот такие есть разные у нас нейронки. Это вот делают наши студенты, выкладывают. Что такое нейрон? По сути, код. Ну, один нейрон физически – это ячейка в оперативке. Но по факту это внутри классов, в питоне реализовано, там на CUDE. Ну, то есть это класс с
одним значением. По сути, нейрон — это набор его весов и его value, который он накопил. Можно курс доллара и евро показать? Да, вот. Ну, вот на завтра 77.26 он предсказывает, а евро 91.24. А на дельфях есть схожие библиотеки? Библиотеки есть на всех языках, но они на голову слабее. Самые мощные библиотеки в Советском Союзе на питоне. Ну, реально, самые мощные на питоне, потому что делает Google. Но вам они не нужны на дельфях. Вы можете поднять, написать на питоне, поднять веб-сервис и по Delphi, REST с запросами обращаться туда. То есть можно интегрировать куда угодно питоновскую сетку. Так, хорошо, коллеги, у меня основное все. Сейчас будет рассказ про профессию. Сейчас, давайте я отвечу еще на вопросы. Про профессию, потом про само обучение. Так, по цене автомобиля. У нас 21.32, отлично. По цене автомобиля вопрос. Данные берутся постоянно из внесения в базу? В этом случае нет. Мы скачали летом 2019 года с Юлы кучу объявлений, то есть они чуть-чуть подустаревшие. Но можно обновлять и можно переобучать вот каждую ночь. И нас может искать данные оперативно, например, из Яндекса на определенную дату время. Да, конечно. Но это скорее не нейронка, это парсер при ней. Парсер может подгружать данные постоянно и переобучать нейронку раз в сутки ночью или раз в неделю и так далее. Такое делается без проблем. Где проходит обучение и в какое время? Коротко отвечу. Обучайтесь когда угодно, все занятия в записи и кураторская поддержка в реал-тайме. До 10 минут круглосуточно скорость ответа. Где проходит обучение? Наша собственная учебная платформа, написанная под наши нужды и удобная и классная. Так, ниша яйки. Сейчас она задействована везде. Я проконсультировал за последние 2 года примерно 300 компаний и проектов, и я не видел ни одной ниши, где бы оно не использовалось. Но при этом реализованных проектов буквально 1%. Потому что очень не хватает разрабов, очень не хватает популяризации. Растет каждый год рынок в мире в 1,5-2 раза. То есть, ну, США, Китай в 2, даже 2,5 раза, Россия в 1,5 раза. То есть очень быстрый рост. Никто не растет в мире с такой скоростью. Если говорить про кривую цикл жизни, то через 30 лет примерно будет пик нейронок, считается. Мы сейчас вот здесь, только начался рост. То есть нейронки считаются, что это 4-я индустриальная революция. Это сравни появление сельского хозяйства. Это главное, что сейчас происходит на Земле. Когда-то этот пик кончится, но лет через 30. Ну, за ним, скорее всего, будет лет через 50 пик генной инженерии, я думаю. То есть это сейчас самое популярное. В США это номер один профессии, в Китае. Дальше. Как называется профессия? Data Scientist. Но это вот как раз модный аналитик с навыками нейрончика, с навыками машинного обучения. И нейрончики тоже называются именно так. Если более точно, именно кто нейронками занимается, AI-разработчик, AI-developer, AI Artificial Intelligence, либо ML, Machine Learning, машинное обучение. ML-разработчик, ML-developer. Но чаще всего Data Scientist-ами называют. Профессия номер один в США и в Китае по билбордам, по всем подряд. Профессия номер один. И это номер два проблемы внедрения AI-проектов. Опросили больше 1000 крупных компаний, генеральных, технических, IT-директоров, спросили, какая главная проблема у вас в внедрении искусственного интеллекта. Номер один проблемой назвали нехватку инвестиций, но это везде номер один проблема, а проблемой номер два назвали нехватку разработчиков. Не нехватку баз, не нехватку вычислительных мощностей, не нехватку областей применения и нерентабельности и так далее. Вопрос рентабельности и выгодности. А нехватку разработчиков. И наш AI Hunter это подтверждает. То есть то, что у нас 180 вакансий, 53 разработчика, и нам не хватает, нам самим не хватает, под наши стартапы, аутсорс-проекты не хватает и заказчикам не хватает разрабов. То есть мы ждем скорее, когда у нас выпустится следующий поток, чтобы нагнать разрабов на iHunter в трудоустройство. Короче, не хватает разрабов. И вы нам нужны. Ну, то есть вот у вас сейчас в эфире 165 человек, 100 пудов 2-3 человека из вас через год будут работать у нас. Ну, то есть мы с вами будем коллегами и будем работать вместе над стартапами нашими, над аутсорсными проектами, над обучающими проектами и так далее. Вот прям 100%. Даже я помню, я также говорил год назад, и вот эти люди, которые были тогда на занятиях, кому я говорил, они сейчас у нас, сегодня мы встречались в Zoom на встрече. Преимущества. Высокие зарплаты. С нуля вы выходите, 70-100 тысяч у новичков.
У программистов, у прошников, ну, до 350, бывает выше, но 200-350 сеньора. Медлы 100-200 тысяч, это те, кто пришли к нам программистам и вышли после нас через там 9 месяцев. Джуниоры 70 тысяч, ну, тоже неплохие на удаленке зарплаты, на самом деле, после обучения сразу. Большой процент вакансий удаленные, это пик, сколько у нас было, 80% на Хантере. До 50% вакансий были проектные. Проектные вакансии – это кайф. Берете проект, делаете по вечерам, по выходным, параллельно с работой, получаете деньги, опыт, вообще удобно. Фриланс. Не подвержены кризисам. Поверьте, эта профессия живет и будет расти вне зависимости от кризисов. От кризисов она только растет. Будет только расти востребованность в ближайшие лет 15, точно будет прям расти-расти, скорее даже 20-30. Это безумно интересно. Ничего более интересного в жизни я не встречала. У меня куча профессий. Я кучу всего перепробовал и много чем занимался. Ничего интереснее искусственного интеллекта я в жизни не видел. Эта профессия просто, ну, фантастикой занимаешься и кайфуешь от этого. Интересные задачи и все время творчество. Кстати, огромный статус. Когда вы говорите, что вы разработчик искусственного интеллекта, люди на вас смотрят, как, не знаю, на Тони Старка, который только что вышел из костюма Железного Человека. То есть статус ваш просто будет до небес. И выход в течение, ну, вот 7-9 месяцев у нас обучения, после 7 уже можно выходить, месяц на трудоустройство, поехали работать. Мы трудоустраиваем с гарантией по договору в среднем за месяц. Так, давайте вопросы. Какой самый сложный этап создания нейронки? Ух, какой вы вопрос задаете? Пожалуй, интеграция в продакшн. Ну, он такой, для меня он, по крайней мере, наименее интересный, поэтому наиболее сложный. Прикольно, синий слайд, у меня синие глаза становятся, интересно. Собственно, ну, интеграция в продакшн, сбор базы. Самая кайфовая разработка нейронки. Здравствуйте, что такое AI? Искусственный интеллект, Artificial Intelligence. Нейронка на OpenCV плюс C++ работала на 300% быстрее, чем на Python плюс OpenCV. Но вы попробуйте Keras TensorFlow. Конечно, если на Python оно может идти медленно. А Keras TensorFlow вам генерит исходники на CUDA. Дизайнер на нейронке в студии Лебедева – это реально нейросеть? Да, конечно, это генеративка. У нас пишут студенты такие. Мы это проходим. То есть вы сможете у нас на курсе написать такую же нейронку, как у Лебедева. Если работать с тестировщиком ПО, реально переобучиться? Ох, слушайте, давайте я вам покажу, кто у нас... Сейчас, одну секунду. Я вам покажу, кто у нас учится. И вы поймете, реально ли переобучиться с тестировщика ПО. Участники обучения. Вот смотрите, это наши участники обучения. Здесь мы собрали 1000 человек из 2000 и оцифровали. Возраст, город, тип города, профессия, есть ли опыт программирования, нисколько. Вот здесь много человек. Давайте отфильтруем по отсутствию опыта и посмотрим профессии. Я в случайное место. Ну, давайте. Так. Кадровая безопасность. Автоматизация бизнес-процессов Харека. Менеджмент консалтинг. Торговля. Руководитель отдела продаж. Монтаж натяжных потолков. Кстати, это наш разработчик. Он работает сейчас у нас. Он занимался монтажом натяжных потолков, сейчас он у нас работает на наших проектах. Дизайнер полиграфии, руководитель строительных проектов. У нас там куча репетиторов, сотрудник МВД, менеджер, сотрудник НИИ, экономист, бухгалтер, инженер-электрик, переводчик, преподаватель, металловед, архитектор, оператор отдела продаж. Остались ли у вас вопросы, можете ли вы с тестировщика ПО переобучиться? Можете. Кстати, возраста у нас тоже. Не надо фильтр, пожалуйста. Эй, как отключить фильтр? У нас куча возрастов, но самый старший наш студент – 80 лет. Самый младший сейчас реально 12 учится, девочка, ее нет в этой таблице. 74 женщины у нас учатся, 69, 66. То есть смотрите, у нас куча людей прям старшего возраста. У нас у самих сейчас работает разработчик на удаленке 60 лет. Так, короткий вопрос по поводу
нисходящего, восходящего яички. Можно я быстро прочитаю и отвечу, чтобы не всем читать? Сейчас он гибридный искусственный интеллект, то есть берется данные из нейробиологии, они как-то переносятся, но переносятся недословно. Ну, это примерно как отличается крыло птицы и крыло самолета. Типа идея крыла одинаковая, крыло для полетов, но реальное крыло птицы и крыло самолета абсолютно разные. Какой самый сложный этап освоить с нуля? Тоже интеграция в продакшн, поэтому мы ставим самый конец курса. Если не программировал или программировал очень мало, смогу ли я пройти обучение? Да, конечно. У нас примерно 60-70% студентов никогда не программировали. Почему не C? Потому что все топовые библиотеки написаны на питоне. Потому что питон сейчас самый популярный в мире язык, самый простой. Ну и весь Инстаграм написан на питоне, Google много пишет на питоне. То есть он просто в обучении, он просто в использовании, в нем миллион библиотек топовых по нейронкам от Гугла. Поэтому не C. Сколько времени в неделю нужно будет тратить на обучение? 10 часов в неделю планово, чтобы проходить одно занятие в неделю. Но вы можете заниматься полностью в своем темпе. То есть у нас все в записи, плюс куратор поддержки мгновенно. То есть мы имитировали живой вебинар, скорость ответа куратора до 10 минут, а потом вы в реал-тайме с ним переписываетесь. Собственно, а так можете смотреть когда угодно и в любом темпе. Хотите в два раза медленнее, но вы просто подольше будете учиться. Если совсем не разбираюсь в программировании, срок обучения увеличивается ли, насколько сложно? 9 месяцев также. Мы вам просто составляем программу с питоном, вы поменьше пройдете нейронок, но вы начнете с питона, если захотите математику. В обучении будут другие языки программирования, я больше признаюсь C++, хотя бы за выстрел в ногу. Нет, других не будет, потому что в нейронках реально все пишется на питоне. Вы можете писать продакшн-системы на плюсах, а на питоне писать нейронки. Нет под плюсами таких мощных библиотек, как TensorFlow, Keras, PyTorch. Ну, то есть, ну просто Google пишет под питон все. Ну, потому что Google упор весь делает на питон. Если все лекции в записи, могу растянуть обучение на большее время? Нет проблем. Хотите быстрее, можете быстрее. Медленнее, медленнее. Хотите академию мы без проблем даем. То есть мы здесь делаем все максимально вам выгодно. Цена образования какое? Можно платить помесячно. Да, можно, есть рассрочки от банков на 12 месяцев без процентов. И большинство берет их. Приостанавливать обучение, да, вообще без каких-либо доплат, реально без чего-либо. Антивирусы работают на них. В антивирусах, в спам-защитах очень многое на нейронках. Да. Не все, но многое. Есть общение между студентами? Да, конечно, обязательно. Есть чаты-болталки. У нас многие собираются. Недавно в апрельский поток в сентябре собирались прямо в Москве вживую общаться. Реально ли, имея собственные идеи, создать свои стартапы на курсе с нуля? Да, у нас создавали, у нас наш первый же кейс, Денис, сделает сейчас свой стартап нейронка по медицинским препаратам, по классификации для аптек медицинских препаратов. А программу курса сейчас можно посмотреть? Да, без проблем. Сейчас, одну секунду, коллеги. Ну, раз интересно. Давайте я сейчас найду программу и открою вам. Смотрите, вот программа, у нас есть ультралайт, это те, кто вообще у нас приходили, люди, которые никогда даже почтой не пользовались, и у нас они обучаются нормально. Light – это те, кто никогда не программировал. Есть Pro – это программисты, и Ultra Pro – это программисты, которые знают Python для нас. Но вот у Light у них введение в программирование, прям азы начинаются, супер азы. Что вообще такие функции, переменные и так далее. Потом Python, математика, немножко погружение в данные, и нейронки. Основной курс нейронок. У лайтов питон и математика, оптиматику делаем опционально по желанию. И 6 занятий по питону, 4 математики. Потом нейронки. И в конце интеграция в продакшн. То есть интеграция в конечную продакшн-систему, как это встроить в мобильник, в сайт, в 1С, в там, конвейер на заводе и так далее. У программистов быстренько питон и побольше нейронок. И интеграции в продакшн. А у Ultra Pro у них вообще только нейронки и интеграция в продакшн. Какие нейронки? Ну вот, например, изображения, тексты, сети с памятью, оценка стоимости квартир, временные ряды, аудио, генеративные сети, автогенерация музыки, написание фоток, генетические алгоритмы, автоподбор архитектур сеток с помощью генетических алгоритмов,
сегментация, то, что у нас было самолеты, кластеризация данных, обучение с подкреплением компьютерной игрушки, чат-боты, обнаружение устойчивых блоков в тексте, обнаружение объектов, то, что я вам показывал квадратиками выделения, распознавание речи, глубокие библиотеки TensorFlow, PyTorch, генерация музыки, синтез речи, обучение с подкреплением и так далее. Короче, куча контента. У нас самая топовая сейчас программа по обучению среди всего рынка. Вот программа. На сайте 3 тарифа. Я в конце сейчас скажу стоимость. Ссылка на запись этого занятия придет вам завтра. Так, спасибо, видимо, за программу. Завтра занятие в Zoom будет. Если будет, то во сколько? Завтра не будет. Какие параметры видеокарты процессора нужны для обучения? Для обучения никаких, все в Google Collaboratory. То есть все в Google. То есть вы все запускаете там и крутится на их видюшках. Вам нужен только браузер, интернет, клавиатура, мышка. Планируете сделать образовательное учреждение, колледж? Как вы угадали, мы сейчас как раз думаем по поводу СПО лицензии на колледж и лицензию на лицей, ну хотя бы 9 класс. И мы хотим дальше первое высшее, но пока никому не дают лицензии. Будет 1 января реформа образовательная, мы очень надеемся, что начнут давать на первое высшее лицензии. В Data Science намного проще, если ты был полностью программистом. Нет, ну проще, конечно, если вы уже были программистом, но и без опыта программирования можно легко встроиться. Я верно понимаю, что можно совмещать чистое программирование с Data Science? Да, конечно, прекрасно можно совмещать. Цены влияют от уровня подготовки? Нет, цены одинаковые при любом уровне. Наверное, имеет смысл самому подучить Python. Если вы хотите самому подучить Python и больше использовать времени на нейронки, мы только за. Мы хотим, чтобы вам было хорошо. И мы поэтому собираем индивидуальные программы. Цена курса, сейчас прям скоро до этого дойду. Скажу. 79 900 при быстрой оплате. С рассрочкой 6 700 в месяц всего. То есть, ну, это прям супер доступно. Какая зависимость количества выходного слоя и сложности задачи? Вроде цифры узнавать легко, а там слой 800-400 нейронов. Только экспериментами проверяется. А тему дипломные поможете придумать? Да, конечно, у нас есть прям огромные подборки по 50 тем дипломов, и кураторы всегда помогут и подскажут. Так, пойдемте дальше. Курс. Что будет результатом, если вы не программист? Конечный главный результат. Станете джуниор-разработчиком, если хотите, то трудоустроите с гарантией, сможете зарабатывать 700 тысяч в месяц, сделайте свой проект. Все на выходе у нас делают проекты. Если программист, станете медлом всего за 7 месяцев. У нас супер глубокие сетки мы вам даем, и у нас мощнейшая поддержка. То есть мало кто такую крутую поддержку оказывает. Тоже сделайте свой проект. На выходе все делают, часто к нам компании приводят разработчиков. И если хотите, тоже трудоустройство с гарантией. Мы даже сейчас можем давать гарантию трудоустройства в компании в США и в Европе. Это чуть дороже, но мы можем такое делать. Старт 1 ноября, длительность 7 месяцев. Но, скажем так, многие люди любят торжественно, красиво старт с шариками, с группой и так далее. Поэтому мы делаем старт раз в месяц. Но по факту вы можете оплатить сегодня, завтра начать учиться. Все. Так, а если на середине курса понимаешь, что это не твое, можно расторгнуть договор? Да, конечно, мы все делаем возврат строго по законодательству в пропорции пройденных занятий. То есть, если вы через 2-3 занятия поняли, что не ваше, вы получите почти всю сумму обратно. В середине, получите половину суммы. При этом то, что вы прошли, с вами останется. Мы вам ставим эти занятия, вы сможете их пересматривать и так далее. Дальше, наши принципы. Первое. Готовим каждого в конце сделать проект. Для этого даем онлайн консультации от наших кураторов. Вообще онлайн. Мы даем гарантию трудоустройства. У нас свой HR-портал, свое HR-агентство. Мы и прописываем это в договоре. Обучаем топовым технологиям. Вы видели тему, вы видели наши нейронки. Ни у кого сейчас на российском рынке нет такой базы, такого контента для обучения. И вы не найдете этого на YouTube, на GitHub. Дальше. Высочайшее качество контента. Весь код покрыт комментариями. Есть текстовые методички. На Ютубе все размеченное видео, вы можете прям кликнуть на нужную тему, и вам на видео откроется на Ютубе на этой теме. Документация на русском. Мы единственные в России, кто перевели документацию. Сейчас. Вот, переведенная нами документация Кероса. Это основная библиотека, которую мы обучаем, да и почти все обучают, на русский. Тут 340 страниц. Переводил переводчик, а потом наши студенты платно все проверяли, чтобы было логично в плане перевода под нейронки.
Короче, мы для вас сделали супер удобный крутой контент. И качественный сервис. У вас всегда менеджер поддержки, мы проводим постоянно проактивные опросы, то есть контрольную выборку 100 человек в месяц, прозваниваем, спрашиваем, как вам. Мы реагируем на все ваши предложения. Все, что вы попросите, мы будем внедрять. И нам многие писали благодарности прям за гибкость, потому что все эти штуки, которые вот я сейчас показываю, документация, методички, там, документация на русском, эти комментарии к коду, все появилось, то, что просили прошлые потоки. Насколько дороже стоит курс трудоустройством за рубежом? По-моему, на 40 тысяч. Напишите, смотрите, если у вас есть вопросы, то самый простой вариант на них получить ответ. А хотя, ну, Артем, посмотри, если ты сможешь прямо сейчас Рустему ответить, посмотри таблицу с тарифами и скажи, я не помню, там то ли 20, то ли 40 тысяч. Если у вас в целом остаются вопросы, заходите на сайт, и здесь вам ответят на все ваши вопросы в чате. Гарантия трудоустройства. Гарантируем по договору. 100% гарантия трудоустройства, и все у нас трудоустроились. Ну, кто у нас есть не трудоустроенный, это те, кто к нам только что зашли. В среднем 1 месяц. Все равно какой возраст, все равно какой город. Но если вакансия на удаленке, а у нас много удаленки. Самое важное, как вы сделаете тестовое. То есть как только вы вышли с обучения, мы вас передаем HR, они вас оцифровывают, размещают на iHunter и передают вам вакансии. Они вам скидывают типа 15 вакансий и говорят, выберите какие 2-3, которые вам нравятся. Вы выбрали, вам дают по ним тестовое задание. Вы делаете, мы выбираем, проверяем. У нас прямо на программисты наши проверяют все тестовые, мы все тестовые проверяем и презентуем вас в компанию. Они вас уже собеседуют просто как человека, как сотрудника и дальше делают офер. 2, 3, 4 собеседования таких вам делают офер, вы выходите на работу. То есть у нас в среднем 1 месяц, но у нас избыток сейчас вакансий по сравнению с разрабами. Вот так выглядит трудоустройство. Трудоустройство с частичной занятостью, да, возможно. Есть проектные вакансии, но 22 у нас сейчас на iHunter. Есть вакансии с частичной занятостью. Зарплаты уже говорил. Диплом. Диплом о профессиональной переподготовке от профильного учреждения Университет искусственного интеллекта. Только одна компания дает на рынке такой диплом, но она не такая профильная. У них название типа IT-школа XXX, а не Университет искусственного интеллекта. Официальный с регистрацией ФРДО в электронной системе учета всех дипломов. То есть у нас все супер в белую с ним. Там прям, ну, он выглядит как реальный диплом, там академические часы прописаны, дисциплины, приложения. Мы можем его дать, если у вас есть первый высший или среднеспециальный. Если только получаете, то когда получите, хоть через 2-3 года мы наши вам дадим. Если его нету, к сожалению, дать не можем, так как это профессиональная переподготовка. Но дадим красивый, статусный, крутой сертификат. Дальше. Насколько он значим? Если вы не программист, то он супер значим для работы в этой профессии. Ну, что вы обучились на эту тему, вам будет супер полезно. Если вы уже программист, ну, будет весомым, приятным бонусом. Котируется за границей, котируется, но с меньшим весом, как все российские дипломы. Но так как у нас есть юрлицо в США, мы сможем вам дать сертификат не просто на английском, а от американского юрлица. Если есть лицензия, значит, я могу еще 13% НДФЛ вернуть за обучение. Да, все верно. Вы можете налоговый вычет сделать. Мы это постоянно делаем клиентам. На видео с канала университета были живые мероприятия. Это до новой нормальности или такое практикуется? Сейчас мы иногда практикуем живые вручения диплома, защиты диплома. Но сейчас посмотрим, будет ли вторая волна карантина. После нее точно будем делать. Там просто будут лекции в офлайне, люди сидят в зале. Да, у нас были конференции, но занятия проводим все только в онлайне, потому что у нас все часовые пояса обучаются. И мы проверяли гораздо лучше в онлайне, когда демонстрация экрана, чем сидеть вот так вот и говорить. Посмотрите на экран, вот в той-то строчке, там выбираем количество нейронов. Сейчас я переключу в камеру, а то она у меня замылилась. Вот, есть. О, Артем мне прислал информацию. Гарантия трудоустройства в США и Европе 39 900. Да. Ну и на старших тарифах она входит в стоимость. Знание английского требуется. Для просто обучения нет, не требуется. Там все очень просто. Ну там простейшие команды, которые быстро заучиваются. Имеет значение при трудоустройстве вместе с вашим дипломом, сертификатом. Если трудоустройство через нас, не так принципиально. Если вы будете трудоустраиваться сами потом где-либо, то диплом будет очень весомым. Может ли фирма оплатить переподготовку по безналу? Да, конечно, у нас огромное количество компаний к нам приводят разрабов.
Так. Вот, кстати, компания в США, в Делавере. Давайте я покажу, кто из компаний к нам приводит разрабов. Сбербанк, понятно, куда без него. Газпром, Росатом, Норникель, ОРТ, Утконос, МТС, X5, 1С, университеты, МИСИС и РАНХИКС к нам приводили. Короче, к нам куча компаний приводят разрабов. Это только топчик. Ну, то есть топ. К нам порядка 250 компаний приводили разрабов и оплачивали. Сейчас на компанию 12 разработчиков приводят. Так, пример сертификата США. Нет, к сожалению, сейчас не покажу, его нет под рукой у меня нарисованного. Окей. Кураторы, я уже много про это рассказал. Они все у нас в штате, на зарплате, на постоянку, прям вообще на постоянку. Работают почти по 7 дней в неделю у нас. У нас вся команда фанатичная. Я держу 100 часов в неделю работы, как Илон Маск. Ну, прям всеми силами. Ну, то есть я не знаю, что такое выходные. Я сегодня начал работать в 6 утра, ну, закончил где-то в 11. Ну, то есть мы фанатичная прям команда, фанатеющая от искусственного интеллекта. У них супер оперативность ответов. Они отвечают на ваши вопросы и проверяют ваши домашки. Домашки проверка подробная и до 2 дней максимум. Все дистанционки, то есть никуда приезжать не надо. Занятия на дистанционке, экзамен, диплом, курсовая, все на дистанционке. Диплом высылаем почтой или курьером. Посмотрите нашу географию. Вот. США, Канада, Китай, Япония, Вьетнам, Эмираты, Африка, Израиль, вся Европа. К нам даже уже германские компании по рекомендации приводят своих разрабов. И вся Россия и СНГ. То есть у нас все часовые пояса. Поэтому ну, у нас все на удаленке. Занимайтесь откуда хотите. Мы иногда проводим живые мероприятия. Если хотите, приезжайте, мы вам будем очень рады. У нас из разных городов люди прилетают на живые. Но если вам важно никуда не приезжать, нет проблем. На обучение планово нужно 10 часов в неделю, но вы можете работать в своем темпе, по выходным, по вечерам, в дороге смотреть. Все в записи, плюс куратор, который супер оперативно отвечает. То есть мы сделали эффект, как будто вы занимаетесь в реальности, как мне сейчас можете задавать вопросы куратору в чате, но при этом занимайтесь когда угодно. Снова, никто на рынке такого позволить пока не может, потому что ни у кого нет 13 разрабов в штате по этой теме. С какой периодичностью набираются слушатели? Раз в месяц, но подключиться можете когда угодно. Можно ссылку на черно-белое фото в чате, если вы посмотрите, в чате сейчас выложена ссылка на демо-панель. Там как раз эти черно-белые фото выложены. Так, стоимость. Базовая стоимость у нас 89 900. Это 30 занятий, 30 недель, гарантия трудоустройства, стажировки у нас на конкурсной основе и диплом. Ну или сертификат, если нет первого высшего среднеспециального. Есть рассрочки на 12 месяцев от банков без процента. Процент за вас платим мы. При рассрочке цена всего лишь 7500 в месяц. Первый платеж через месяц, ну и все, равномерные платежи. Но при этом при быстрой оплате, а быстрая оплата в течение 2 дней, то есть до 23.59 пятницы, четверг-пятница у вас будет, мы делаем вам скидку 10 тысяч, то есть 79 900, и делаем 40 занятий, 40 недель куратора вместо 30. То есть плюс 2,5 месяца обучения, на треть больше. Это очень весомо. Но если вы быстро решаете, при рассрочке у вас платеж будет всего лишь 6-700 в месяц. Всего. Ну, то есть это супердоступная стоимость. Обычно, если посмотреть на расходы, то на не суперцелевые расходы уходит больше. То есть это точно можно найти. И последний слайд части рассрочки на 6-12 месяцев. У нас есть Сбербанк, Почта Банк, Тинькофф Банк. Сбербанк вообще оформление в Сбербанке онлайн. То есть открываете Сбербанк онлайн, кликаете, типа, рассмотреть рассрочку. Полчаса, час рассматривают, если одобрили, кликайте «Получить», все, у вас есть рассрочка. Если вы оформляете рассрочку в эти 2 дня, подарки действуют. То есть даже если деньги к нам еще не придут на счет, но вы оформили, подписали договор в эти 2 дня до вечера пятницы, мы вас сразу подключаем. Оплатите завтра, оплатите сегодня вечером, завтра будете учиться. Завтра у вас будет первое занятие. Оплатите в пятницу, в субботу первое занятие. Поэтому принимайте решение, кто-то платит, ну кто-то из вас 100% уже принял решение и идет учиться сегодня, ну, оплачивает сегодня. Кто-то подумает там до вечера пятницы, кто-то пообщается в чате с менеджером, кто-то сам примет решение, кто-то в рассрочку, кто-то оплатит полностью. Думайте, решайте, как вам больше нравится. Теперь, за вопросами приходите к нам на сайт, вот сюда в онлайн-чат. Артем, скинь, пожалуйста, ссылку на наш сайт. Ну, легко, Neural University. Вбейте университет искусственного интеллекта в Яндексе, и мы выпадем вам впереди.
заходите на наш чат и пишите вопрос. Вам все ответят. Ссылку на рассрочку, как сделать налоговый вычет, получится ли сделать свой проект и так далее. Еще, мы даем бесплатные консультации с нашими программистами. Если вам важно понять, сделаете ли свой проект и у вас проект, напишите в чат. Мне нужна консультация с программистом по проекту. И вам бесплатно дадут такую консультацию. Это же снова же элемент нашего сервиса. Также вы можете позвонить по номеру, вам ответят и расскажут. Кто-то из вас уже общается со своим менеджером, тогда вы можете продолжить общаться с ним. И он вам тоже все поможет и подскажет. Синяки под глазами? Да, есть такое. Это подъем в 5.30 и 5 часов сна. Но у нас очень много работы сейчас. Я не знаю. Я фанатик. Где можно посмотреть вашу лицензию? Право на выдачу диплома гособразца. Без проблем, смотрите. Диплом, лицензия. У нас была старая лицензия. Мы меняли ее адрес, поэтому мы ее перевыпускали. Вот эта старая. Она 6 февраля 2019 года. 03-98-84. И вот новое. Если вы будете проверять наличие лицензии, проверяйте вот это. 04-09-58. Ну вот мы 4 сентября ее только что обновили. Вы можете ее проверить там во всех выписках. По-моему, в этом Русс-профайле она тоже прикреплена. Ну, на сайте вот она где. Университет, диплом и лицензия. Если я сразу не выберу трудоустройство за границей, смогу ли я его оформить дальше во время обучения? Да, без проблем. Мы все, что вам удобно и так далее, делаем. Дайте ссылку на рассрочку. Артем, пришли, пожалуйста, в ответом в личку. Ссылку на рассрочку. Если вдруг сейчас не будет, напишите в чате, и вам дадут потом обязательно. По оплате до вечера пятницы до скольки? 23.59 по Москве. На вашем HR-портале увидел вакансию. Необходимо создать нейронную сеть торгового советника, которая на основе индикатора создаст трейдинг. Если я такую смогу делать, зачем делать это для кого-то? Не все хотят быть трейдерами, не все хотят рисковые действия, и есть люди, которые любят кодить, а не трейдить. Если вы любите трейдить, а не кодить, конечно, вам выгоднее так. Но в целом есть люди, которые хотели бы это сделать, а не трейдить сами, не брать на себя риски, да и вообще заниматься любимой задачей. Если серьезно, в чем задача основной подводные камни? Добиться нормального предсказания. Вот эта задача, где прям жестко ломаешь голову, как добиться так, чтобы сетка хорошо предсказывала тренды или на свечу вперед и так далее. Почему все ваши клиенты себе такое не сделали? Не все любят трейдинг. Я не признаю трейдинг ценностно. Я не люблю перекачивание денег из кармана в карман. То есть я ценностно никогда в жизни трейдить не буду. Я делаю продукты. Я человек-продукт. Я никогда не стану заниматься деятельностью, которая перекачивание денег из кармана в карман. Второе, многие люди не хотят брать на себя риски, а хотят более спокойно работать. Третье, кто-то любит просто любит свою работу. Людей, которые хотят трейдить, маленький процент. Ценностно и по типу личности. Грамотные НЛП. Да. Есть вакансии в вашем университете? Да, у нас есть вакансии. Постоянно. Постоянно. Ваш Тим Робеспьер. Блин, вы почти угадали. Я Дон Кихот первовольный. Если банк не одобрит, у нас есть рассрочки от нас, но на 2 месяца, 50-50, в крайнем случае иногда на 3. А можно с 1 ноября начать учиться? Смотрите, оплатить вы можете сейчас, чтобы получить подарки и ниже цену, а учиться начать хоть когда угодно. 1 ноября, 1 декабря, 7 января или завтра, 15 октября, когда вам удобно. Как часто не получается добиться нормального предсказания? Прямо если биться, 3-5% случаев не получается, по моему опыту. 3-5%. С первой попытки не получается, получается 60% случаев. Со второй, третьей попытки 95-97%. Текст договора. Напишите в чат, и вам дадут прям шаблон договора, без проблем. Когда следующий вводный вебинар? Не знаю, мы их не постоянно проводим. Кстати, если вы хотите посмотреть контента, то вот здесь на сайте у нас есть выложенные прям занятия по нейронкам. И также занятия по питону. У нас на сайте. Ну, вот улыбающийся я. Я не могу определиться с уровнем курса. Сама обучалась на питон, не могу назвать себя программистом. Нет проблем, смотрите, когда вы присоединяетесь на курс, то есть после оплаты с вами связывается координатор учебной части, и он вас подробно расспрашивает и подбирает программу под вас. Плюс, если что, мы всю... можем всегда вам переделать программу. Если вы начали учиться и поняли, что без питона вам тяжело, пишите менеджеру поддержки, и вам переделывают программу и вставляют питон, а потом снова нейронки. То есть мы здесь все делаем, чтобы вам было удобно. Если начало скормило
не ту информацию искусственному интеллекту, как можно достичь точного предсказания. Собрать ту информацию, собрать правильную базу и продолжить учить нейронку на ней. Такое постоянно происходит. А если сейчас нет возможности оплатить, то когда можно будет оплатить? Смотрите, у вас 2 дня на хорошую скидку и 40 занятий, и это вкусно. А дальше можете когда угодно. Ну, чем раньше вы придете к нам, тем раньше, ну, есть возможность рассрочки, которая очень доступна, тем раньше вы начнете кайфовать от обучения нейронками, занятий с нейронками, и тем раньше получите работу и сделаете свой проект. Текст договора на сайте, посмотрите, у нас нет его, к сожалению, прям выложенного, но на сайте вы можете написать в чат, написать Артем, пришлите, пожалуйста, текст договора, и вам скинут прям шаблон. Можно продолжить программу платно далее. Да, конечно, у нас есть очень доступная стоимость, там в районе 4900 в месяц. Вы можете учиться дальше, у нас на 6 лет обучения. То есть у нас многие люди остаются, становятся потом медлами, продолжают и так далее. Делают проекты стартапа. На курсе рассматривается ситуация, когда исходные данные недостаточны и необходимо расширение, аугментация. Да, конечно, с аугментацией постоянно работаем. И изображения, и тексты, и временные ряды. Аугментация – это вообще наше все. Учу питон на курсах, плохо поняла, могу ли разжевать у нас. Да, у нас есть питон вообще супер с нуля занятия. Вот для тех, кто никогда почтой не пользовался, вы можете с них начать. Не могу определиться с уровнем курса. На старте с вами связывается координатор, если нужно, и куратор-нейронщик. Мы вас проверяем, тестируем и определяем ваш уровень. И собираем программу под это. Фух, у меня, по-моему, садится голос. Но у вас столько крутых вопросов. Коллеги, у меня инфа все. Я готов слушать ваши вопросы. Давайте, я с вами готов сидеть до победного, до полуночи и отвечать. Вообще, я еще добавлю, что это кайф. Это обучение, это кайф. Я сам сейчас на 2 обучениях, на 2. При том, что мне дико не хватает времени, и календарь забит встречами, совещаниями, встречами с клиентами, с разрабами с утра просто до ночи. И я все равно на 2 обучениях. Потому что обучение – это самое, все самое крутое в моей жизни, что происходило, всегда вытекало из обучения. Я сейчас еще параллельно 2 книжки читаю, ну, именно такие обучающие. И это кайф, потому что это дофамин. Всегда, когда вы учитесь, это бесплатный выбор дофамина, и жизнь обретает краски, именно когда вы что-то новое проходите. А прокачка интеллекта будет, ну, для вас прям высочайшая. Ссылка на оплату. Артем, пришли, пожалуйста, в чат. Но вообще она зависит от вашего тарифа. Или не в чат, пришли в личку. То есть лучший вариант получить ссылку на рассрочку, ссылку на оплату, это зайти на сайт и написать в чат. И там будет ссылка на оплату или ссылка на рассрочку. Ну, потому что нам вам важно подобрать тариф правильный. Так, я жду пока вопросы, записываю некоторые все комментарии, что делать удобнее в наших презентациях. Хорошо. Коллеги, мне тут подсказывают, что самый удобный вариант на сайт и в чат. И вам там все подскажут. О, я вижу еще вопросы. Сколько я зарабатываю? Ну, я не зарабатываю, к сожалению, потому что я собственник. У меня нет такого понятия, как зарплата. Но если бы как нейронщик, я сейчас трудоустраивался, я бы где-то от 1 000 000 в месяц брал бы. Это минимум, который я просматривал. Ну, потому что у меня гигантский бэкграунд, просто гигантский нейронщик и применение в бизнесе. Так. А как заключается договор? Электронно или отправка живой по почте? Живой по почте. То есть мы обмениваемся сканами, а потом обязательно оригиналами, у нас все очень в белую. Где можно получить договор на переподготовку для оплаты организации? В чате. Заходите на сайт и в чате. Возможно ли научить ИНС распознавать мошенников? Да, можно. Например, по логам сотрудников в базе, если выборка истории большая. Да, это очень крутая тема. Такое можно делать.
Я учусь в университете, хочу узнать, возможно ли будет совмещать учебу, обучение у вас. Да, конечно, 10 часов в неделю без проблем. Можно чуть меньше, ну, просто чуть дольше будет обучение. У нас очень много студентов учится. Будет ли еще полезная информация, будут ответы на вопросы. Прям контента, контента уже не будет. Готов обучаться, но банк точно не одобрит. Есть вариант оплаты помесячно. Прям помесячно от нас нет, на 2-3 месяца, край 3 можно разбить. 50-25-25. Можно ли параллельно учиться работать, то есть получать первый заказ во время обучения? Да, можно. В принципе, талантливых разрабов мы после 6 месяцев обучения уже берем на трудоустройство. Есть ли я на ВК? Да, я есть на ВК. Давайте сейчас я найду ссылку и пришлю ссылку на меня на ВК. Сейчас, секунду, я ее ищу, параллельно буду смотреть ваши вопросы. Я сейчас в чат скину ссылку на мой ВК. Так. Вот. Как добиться такого же уровня подготовки, как у меня? Ну, у меня 18 лет в этой теме, и я прошу по 100 часов в неделю. Но в целом, если вы хотите такого же уровня, ну, смотрите, до 1 000 000 рублей в месяц, лет 7 жесткого пахания. Спасибо за интересный рассказ. Пожалуйста, я всегда рад, что вам нравится. В объявлении речь о тестовом уроке. Планируется ли его провести? Тестовый урок? Вот сегодня было про нейронки. Или вы что-то другое имеете в виду? Не могу определить с уровнем курса. Ага, это уже было. Это уже было. Так, я вроде все ответил. Магия. Мы, кстати, сейчас делаем нейронку, которая будет сама отвечать на вопросы по Питону. У нас накопилось огромный пул пар вопрос-ответ от наших студентов, там больше 20 тысяч, и мы сейчас обучаем нейронку, которая будет вам мгновенно отвечать на вопросы по Питону. Спасибо, все понятно. Супер. Ну что ж, коллеги, я вас был очень рад видеть. Приходите к нам, сделаем вам, во-первых, суперинтересное обучение, сделаем с вами крутые проекты. Всем, кто хочет, поберем крутую удаленную работу с классной зарплатой и безумно интересную. Поэтому приходите, я вас буду супер рад видеть. А на этом пока все. Желаю вам хорошего вечера и до встречи. Всем пока.